Доброе утро! Guten Morgen! Драгоценная церковь! Geschätzte Gemeinde! Хочу вам напомнить! Ich will euch erinnern! У нас есть завет! Wir haben einen Bund! Со всемогущим Богом! Mit dem allmächtigen Gott! Из-за крови Иисуса! Wegen dem Blut Jesu! Мы стали причастниками этого! Sind wir Teilhaber geworden, если бы не Иисус, wenn nicht Jesus, у нас не было ни права, hätten wir kein Recht, ни шанса, keine Chance, никаких возможностей, keine Möglichkeit, быть в завете со всемогущим Богом. Im Bund zu sein mit dem allmächtigen Gott. Этот завет на все времена. Dieser Bund ist für all Zeit. И на все случаи жизни. Und für alle Fälle des Lebens. Этот завет, dieser Bund, распространяется на все сферы жизни. Weitet sich aus auf alle Sphären des Lebens. У нас есть завет исцеления. Wir haben den Bund der Heilung. Бог пообещал. Gott hat versprochen. Он сказал. Er hat gesagt. Я послал свое слово. Ich habe mein Wort и оно geschickt, исцелило тебя. Und es hat dich geheilt. Все, что мне надо. Alles, was мне ich надо слово от Бога. Brauche, ich brauche das мне Wort надо ходить von Gott. В вере. Ходить в вере. Und wandeln im Glauben. Для того, чтобы подтверждать этот завет. Um diesen Bund, ja, zu bekräftigen, потому Бог сказал. Gott hat gesagt, куда бы ты ни пошел. Wo du auch я буду всегда с тобой. Ich werde immer mit dir sein, immer. Поэтому этот завет. Deswegen dieser это наша большая драгоценность. Ist unsere, ja, große Kostbarkeit. Поэтому мы ценим этот завет. Deswegen wir schätzen diesen и мы благодарим Bund, Бога за этот завет. Und wir danken Gott мы его dafür. Прославляем. Wir verherrlichen ihn. Что мы таких, как мы, dass so welche wie wir, недостойных, unwürdig, грешных, sündig, но Бог нас призвал к себе. Aber Gott hat uns berufen, он нас сделал достойными, gerufen, er hat uns würdig gemacht, он нас сделал безгрешными, sündenfrei gemacht, мы праведны и святые. Wir sind gerecht und это heilig. Правда. Das ist wahr. Неважно, чувствуешь ты так, unwichtig, fühlst du не das, чувствуешь ты так, oder fühlst вопрос nicht? Не в чувствах. Also die Frage, es geht nicht вопрос wie du's в завете, fühlst, sondern es geht um den Bund. Поэтому завет, der Bund, это все, что нам надо. Ist alles, was wir brauchen. Завет, der Bund, он приносит победу нам в каждой сфере жизни. Bringt uns den Sieg in allen Sphären des Lebens. Поэтому у нас хорошая возможность. Deswegen haben wir eine gute прославить Господа, den Herrn zu loben und preisen, за его завет, für seinen Bund, за то, что у нас взаимоотношения с ним есть, dafür, dass wir die Beziehung mit ihm и у нас haben, есть будущее. Und wir haben eine Zukunft. Представляете, у нас Stellt есть будущее. Vor, wir haben eine Zukunft. Многие люди, viele Menschen, христиане, Christen, они застряли где-то и в чем-то. Sind irgendwo in irgendwas stecken они geblieben. Боятся завтрашнего дня. Sie haben Angst vor dem они боятся событий. Sie haben Angst vor den Ereignissen. На них давит информация. Die Information übt so einen Druck таким auf sie христианам aus. Solchen я очень сильно порекомендую. Rate ich, поднимите свою голову. Erhebt euren Kopf. На того, с кем у тебя есть завет. Und schaut auf den, mit dem ihr einen Bund habt. Смотрите на него. Schaut ihn an. У него есть все самое лучшее для каждого из er нас. Hat это правда. All das Beste für uns. Но мы туда входим. Also wir gehen через благодарение. Hinein durch через прославление. Danksagung und Lobpreis. Amen. 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 Чудный Господь. Аминь. Аминь. Доброе утро, дорогие, еще раз. Аминь. Очень рад вас видеть на этом месте. Достоин Господь, чтобы прославлять Его. Аминь. Аминь. Будем прославлять, будем веселиться. Аминь. Будем возрастать, аминь. Дальше, дальше подниматься. Аминь. Нам стоять на месте. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Не забывай, кто ты в Господе. Аминь. 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 Слава тебе, Иисус. Я благодарю тебя, Господь, вновь и вновь за этот чудный день. Я благодарю Тебя, Господь, что могу стоять на этом месте и прославлять Тебя, Господь. Это Твоя любовь ко мне. Я благодарю Тебя за это. У меня есть за что славить Тебя. И я благодарю Тебя, Господь, вновь и вновь, что Ты ведешь нас, что Ты открываешь нам, Господь, истины Твои, Господь, Твои пути. И я есть за что, и будем прославлять Тебя. Аминь. Прослави имя Господа. Аллилуйя! Слава Тебе, Иисус! Славим имя Господа и воспоем Ему хвалу. Прославим имя Господа и воспоем Ему хвалу. И наш Господь один, единый, Царь наш Иешуа, славим Тебя. Ты наш Господь один, единый, Царь наш Иешуа, славим Тебя. Ты царствовал. Ты царствовал,
Ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Славим имя Господа, и что? И воспоем ему хвалу. Прославим имя Господа, и что? И воспоем ему хвалу. Ты наш Господь, один, единый, Царь наш Иешуа, славим Тебя. Ты наш Господь, один, единый, Царь наш Иешуа, славим Тебя. Ты царствовал. Ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Твоя очередь, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Аллилуйя! Царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Не грусти, мы не должны грустить, мы должны радоваться, веселиться за то, что живы и здоровы, за то, что у нас великий Господь. Не знаю, мне так охота веселиться и танцевать. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь. Господь, будем жарить и прославлять Тебя, Иисус. Мы будем учиться здесь, Господь. Мы будем прославлять Тебя всю жизнь. Всю вечность будем славить Тебя. Можешь тренироваться уже здесь. Можешь тренироваться уже здесь. Ты царствовал, ты царствуешь. И будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал. Слава Тебе, Иисус! Просыпайся, народ Божий! Ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Ты царствовал, ты царствуешь и будешь царствовать во веки веков. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Дальше идем. Дальше идем. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Прославляем наши. До конца рук. Только для Тебя, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Все будет хорошо. Будем славить Тебя дальше. Ничто у нас нет, ничего твоего. Das ganze Loch ist so für dich, Ehre, Halleluja, ist so für dich, unser Loch, unser Loch ist so für dich, Halleluja, Halleluja, ist so für dich, Ehre, Halleluja, ist so für dich, unser Loch, unser Loch.
Жизнь
мою любовь излил Господь мой. Иисус, спасибо тебе, Господь, а где вознесу тебя, Бог, превознесу тебя, Бог, ты крепость моя, защита моя. Живой водой наполнена, Дух твой святой, Иисус. Твой свет горит внутри меня, сияет он, как пламя огня. Дух святой во мне, Иисус. Знаю я в тебе спасен, знаю, что я исцелен рабой Бог. И когда-то я уже исцелен. Я уже исцелен, Иисус, спасибо. Милостью меня покрыл, жизнь мою любовь излил Господь мой. Иисус, воскресу. Вознесу. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебя, Бог, вознесу, тебя, Бог, ты крепость моя, защита моя, всей жизнью тебе доверяю я. Превознесу, тебя, Бог, превознесу. Тебя, Бог, ты крепость моя, защита моя, всей жизнью тебе доверяю я. Моя очередь. Превознесу тебя, Бог, превознесу. Это что, Господь? Тебя, Бог,
защита моя. Жизнь я тебе доверяю я. Аллилуйя, Отец. Аллилуйя, Фа. Аллилуйя. Аллилуйя. Благословляем имя Твое. Ты святый. Du bist heilig. Ты крепкий. Du bist stark. Ты непревзойденный. Nichts überkommt dich. Спасибо Тебе, Отец. Danke dir, Vater. И мы, рожденные от Тебя, geboren aus dir, являемся точным отображением sind wir genau das Ebenbild в этом материальном мире, in dieser materiellen Welt, чтобы являть Твою славу, dass man deine Herrlichkeit чтобы являть Твое zeigt, величие, deine Größe, Твою непревзойденность, deins, dass keiner dich übersteigt. Твою крепость, Отец. Deine Stärke, Vater. Поэтому я благодарен Тебе. Deswegen, ich bin dir dankbar за то, что Ты призвал нас dafür, dass du uns berufen из тьмы в свой чудный свет. Aus der Finsternis in dein, я благодарю Тебя, Отец, Licht. Ich danke dir, Vater, что Ты дал нам право выбора, dass du uns das Recht gegeben hast zu wählen, чтобы каждый из нас мог им воспользоваться, dass jeder von uns das in Anspruch nehmen kann. Спасибо Тебе, ich danke dir, что Ты сотворил нас такими, dass du uns so geschaffen hast, с правом выбора. Mit der Wahl zu wählen. И мы выбрали und wir haben gewählt, следовать за Тобой, dir zu folgen, следовать вместе с Тобой zusammen mit dir, до конца дней здесь на земле, bis ans Ende der Tage hier auf зайти der Erde, в вечность и быть с Тобой там же. Und dann übergehen in die Ewigkeit und da auch mit dir zu sein. Поэтому мы отказываемся смущаться от всего, что происходит в этом мире. Ab einfach, ja, Anschluss daran zu finden, dass alles, was passiert для нас это все предсказуемо. Für uns ist das alles voraussehbar. Ты уже описал это в своем du слове. Du hast das bereits beschrieben in deinem Wort. Поэтому мы благодарны Тебе wir sind dir dankbar за кровь, für das Blut, которое оправдало нас, welches uns gerecht и очистило hat und gereinigt от всякого греха, Отец. Von jeglicher Sünde. Halleluja. Halleluja. Аминь. 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 А ну, команда, команда. Любаша. Любаша. Отец, спасибо Тебе Vater, danke dir. За возможность сеять в них Твое Слово помазанное. Für die Möglichkeit, dein gesalbtes Wort in sie auszusehen. Благодарю Тебя за честь ich danke dir für die Ehre, воспитывать их в Твоей благодати. Sie zu erziehen in deiner Gnade. И мы благодарны Тебе как родители, und wir sind dir dankbar als Eltern, что Ты Духом Своим Святым dass du durch deinen Heiligen Geist помогаешь нам там, uns hilfst, da, куда мы не можем добраться, Отец, wo wir nicht hinkommen, до их внутренностей. Zu in ihrem Inneren. Мы помогаем Тебе внешне, wir helfen äußerlich, а Ты помогаешь им изнутри. Und du hilfst ihnen von innen. Поэтому благодарю Тебя, что Твой Дух Святой deswegen, ich danke dir, dass dein Heiliger просвещает глаза их сердца, durchleuchtet die Augen ihres Herzens, чтобы они росли со сознанием, dass sie aufwachsen mit dem Bewusstsein, того, что за них заплачено кровью Иисуса. Dass für sie bezahlt ist mit dem Blut Jesu. И они абсолютно свободны от всякого греха. Absolut frei von jeglicher Sünde. Они способны доверяться Тебе. Sie sind in der Lage, sich dir anzuvertrauen. При любых обстоятельствах. Bei allen Umständen. И Ты их, Отец, точно так же. Und du, Vater, genauso. Как Ты и наш Отец. Wie du, also ihr Vater bist du genauso wie unser Vater. Аминь. Du bist. Аминь. 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 Зяблики. Доброе утро. Guten Morgen. Я хочу сегодня засвидетельствовать möchte heute ein Zeugnis erzählen? О том, как Слово Господне, растворенное моей верой, действует в моей жизни. Wieder, wieder her. Ja, mit meinem Glauben arbeitet in meinem Leben. Ровно 20 лет назад, когда мне было 33 года, я впервые... Vor 20 Jahren, als ich 33 Jahre alt war, zuerst habe ich впервые я надорвал себе спину и получил межпозвоночную грыжу. Бандscheibenvorfall gehabt, ja. И с тех пор я настолько свыкся с этим, и даже когда меня, в общем-то, и не спрашивали, я говорил, вот, несколько раз в год мне нужно к врачу,
поправлять спину, потому что. Und ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich, wenn man mich ja schon gar nicht gefragt hat, ich allen erzählt hat, ja, so ein paar Mal im Jahr muss ich immer zum Arzt, da muss halt am Rücken immer was gemacht werden. И пока я не пришел в эту церковь, я даже не понимал, что я программирую в своей жизни уже наперед свои болезни. Und noch bevor ich hierhin kam, wusste ich gar nicht, dass ich mit dadurch programmiere meinen weiteren Verlauf des Lebens. И когда я последний раз был у врача, als ich das letzte Mal beim Arzt war, я ей сказал, что настанет момент, когда я к вам больше не приду. Ich habe gesagt, es wird ein Moment kommen, da werde ich Sie nicht mehr hier aufsuchen. Когда моя вера возрастет настолько, wenn mein Glaube so weit wachsen wird, что Бог станет моим целителем. Dass Gott mein Heiler wird. Вы хороший врач, Sie я вам очень много Arzt, доверяю. Ich bin euch sehr dankbar und vertraue euch, ja? Но я не хочу быть исцеленным от человека. Aber ich will nicht geheilt sein durch einen Menschen. Только от Бога исцеление получать. Ich will die Heilung von Gott empfangen. И на протяжении уже долгого времени я обратил внимание, что я принимаю исцеление от Господа. Ich habe bemerkt, schon eine ganz lange Zeit ist es so, ich nehme die Heilung von Gott an. И боли просто не приходят ко мне. Und die Schmerzen kommen nicht mehr. Я уже настолько, доверяю, что поднимаю тяжести. Also es geht schon so weit, dass ich sogar mich, ja, mir zutraue, etwas Schweres zu heben. Хотя раньше я очень боялся этого делать, потому что знал, что так будут боли. Früher habe ich ganz viel Angst davor gehabt, weil dann die Schmerzen kamen. И хочу сказать, что с тех пор, как Бог исцелил меня через мою веру своим словом. Seitdem Gott mich geheilt hat durch meinen Glauben und sein Wort. Я больше не болею. Bin ich nicht mehr krank. Еще расскажу, что последние две недели мне пришлось очень много лазить по вагонам. Die letzten zwei Wochen musste ich sehr viel durch die Waggons durchlaufen. По работе, на работе. И я практически разбил и расцарапал всю правую ногу от колена и ниже. Mein rechtes Bein war ganz zerkratzt und quasi viel verletzt dadurch. И шрамы и все такое очень болело. Wunden und alles, das tat sehr weh. И вот два дня назад, да, вчера или позавчера, я ехал опять на работу на велосипеде. Vor zwei Tagen bin ich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. У меня всегда наушники, и я включаю YouTube и наши проповеди, которые здесь, то, что пастор молится, то, что он говорит. Und dann mache ich mir YouTube an, Kopfhörer und die Predigten, was wir hier ja beten und machen, höre ich mir an. И вот во время того, как я ехал на работу, как раз такой момент, когда пастор молился за исцеление. Und ich fahre zur Arbeit und da war so ein Moment, da hat Pastor für die Heilung gebetet. Я молился вместе с ним. Ich mit ihm zusammen gebetet. И казалось бы, приехал на работу, снял наушники и все, и казалось бы, забыл. Und sah so aus, ach, zur Arbeit gekommen, Kopfhörer ausgezogen, quasi abgelegt und vergessen. Сегодня утром я проснулся. Heute Morgen bin ich aufgewacht. У меня на ноге ни одного шрама нет. Und ich habe keine einzige wunde Stelle auf dem Bein. Ganz saubere Haut. Нету никаких следов того, что keine Spur davon mehr zu sehen. Я благодарю Господа за Его Слово, которое живо и действенно сегодня в моей жизни и в каждом человеке. Во имя Иисуса Христа. Аминь. А мы тебе, Саша, благодарны за такое хорошее свидетельство. Und wir sind dir dankbar für so ein gutes Zeugnis. Свидетельство – это хорошо. Zeugnisse sind gut. Это говорит о том, что Слово Божье достигает до нас. Das bedeutet, dass das Wort Gottes uns erreicht. Знаете, мы сегодня ехали утром с Даниилом сюда в церковь. Wir sind heute Morgen mit Daniel in die Gemeinde gefahren. Я ему сказал такую вещь, а потом сам задумался. Und ich habe ihm gesagt und dann halt selber darüber nachgesinnt. Человек – самое простейшее существо. Der Mensch ist das einfachste Wesen. То есть, ну, по своему строению. Wie der geschaffen ist. Он прост. Ist einfach. Но он самое сложное существо в обучении. Aber das allerkomplizierteste, was belehren angeht. Если человека обучить,
Wenn man aber den Menschen belehrt, то жизнь становится очень простая. Dann wird das Leben sehr leicht. Именно поэтому мы с вами изучаем определенные вещи. Genau deswegen erlernen wir gewisse Sachen. Хочу вас, кстати, поприветствовать всех. Ich Рад всех вас видеть. Willkommen heißen. А то я сразу проповедника включаю и поехал. Weil ich vergesse das manchmal, mache ich sofort Надо уметь отключаться. Den Predigt an und weiter geht's. Хорошее свидетельство, правда. Ein sehr gutes Zeugnis, es war. Это правда, хорошее свидетельство. Я ожидаю от всех таких свидетельств. Ich erwarte von allen solche Zeugnisse. Я не вынуждаю, то есть если вам это не надо, то вам это не надо. Wenn ihr das nicht braucht, dann braucht das nicht. Ich will das jetzt nicht aus euch herausquetschen quasi. Потому что в моей жизни раньше было такое. Also in meinem Leben war das früher so. Я как бы жил от исцеления к исцелению. Ich lebte von Heilung zu in die Heilung. Все время такое, знаете, как бы как от зарплаты до зарплаты ты живешь. Wie von Lohn zu Lohn, ja? Но потом в моей жизни наступил такой, как бы, вроде бы, грустный момент. Мне не о чем было свидетельствовать. Почему я больше не болел? Weil ich war nicht mehr У меня все стало хорошо. Es war alles gut. Понимаете, да, что? И это продолжалось, и продолжалось, и продолжается, и продолжается по накатанной. Und das geht immer weiter so. И такое впечатление, что тебе вроде бы не о чем свидетельствовать. So, nach dem Motto, du hast keine Zeugnisse zu erzählen. И однажды Дух Святой меня просто поправил. Einmal sagte der Heilige Geist Говорит, так это и есть свидетельство. Mich, das ist doch ein Слава Zeugnis. Божьей. Der Herrlichkeit что в своей жизни нет мусора всякого. Dass in deinem Leben es kein Müll это говорит о том, что ты встал на страже das bedeutet, и научился не пускать этот мусор в свою жизнь. Ja, gelernt, quasi diesen Müll nicht reinzulassen. И тем самым ты упростил свою жизнь. Und damit hast du dein Leben erleichtert. Снял с нее напряжение. Hast den Druck abgenommen. За счет моего слова. Aufgrund meines Wortes. Поэтому мое слово в твоей жизни должно быть на первом месте. Deswegen mein Wort sollte in deinem Leben an erster Не проблемы, Stelle sein. А мое слово. Nicht das Problem, sondern Потому das что когда ты мое слово будет у тебя в жизни на первом месте, wenn mein Wort in deinem Leben an erster Stelle оно steht, снимает напряжение. Das nimmt, ja, den Druck, ja? Оно убирает проблемы. Und nimmt das Problem если его правильно использовать. Wenn man es richtig einsetzt. Почему Слово Божье сравнивается с едой? Warum wird das Wort с питьем, mit, едой. Essen, trinken, Вы знаете, что еду и питье его надо употреблять. Also essen und trinken muss man ja zu sich nehmen. Еда, если она лежит в холодильнике, она абсолютно бесполезна. Wenn das Essen nur im Kühlschrank liegt, ist das Nütz. Она просто сохраняется там и все. Das wird einfach bewahrt. Но если ее не употреблять, она абсолютно бесполезна. Und wenn man es aber nicht zu sich nimmt, hat es keinen Так же бывает Слово Божье, оно находится в холодильнике, so ist es в Библии. Auch das Wort Gottes, der Kühlschrank, die Bibel quasi. Но если его не употреблять, wenn man das aber nicht anwendet, ты не сможешь его применить. Kannst du es nicht einsetzen. Потому что многие люди пытаются его просто применить. Manche versuchen es nur einsetzen. Это все, что взять из холодильника еду и выкинуть в окно. Das ist wie Kühlschrank aus dem Kühlschrank das Essen rausnehmen und aus dem Fenster schmeißen. Его надо съесть. Weg. Das muss man essen. Оно не предназначено просто для передачи кому-то. Das ist nicht как информации. Bestimmt als Information, dass irgendjemand weiterzugeben. Мы делимся информацией. Wir teilen die Information от уровня своей сытости. Von dem Level unserer wie satt wir sind, ja. Потому что это вы любите людей, которые живут вокруг вас. Wenn ihr die Menschen liebt, die um euch herum leben. Наша первая ответственность быть насыщенными die сами. Die erste Verantwortung ist es selber gesättigt. Потому что именно в этом состоянии мы сможем их любить. Weil genau in diesem Zustand können wir die lieben. Бог не требует от нас любить ближних. Also Gott verlangt nicht von uns unsere Nächsten zu lieben. Он говорит, я зайду внутрь тебя. Ich gehe in dich hinein. Своей любовью. Durch deine, meine и Liebe. Я научу тебя любить ближнего твоего. Und ich bringe dir bei deinen Nächsten zu lieben. Потому что иногда по плоти хочется именно ближнего ушатать. Weil gemäß dem Fleisch möchte man den Nächsten am besten. Или хотя бы настроение немножко подпортить этому ближнему. Oder wenigstens die Laune versauen. Потому что ближний где-то подплачивает тебе. Что делает? Портит тебе его. Also, der versaut dir auch die Laune. Поэтому Бог, Он говорит, я зайду внутрь тебя. Und Gott sagt, ich gehe in dich hinein. И при рождении свыше, Он Духом Святым, Он зашел внутрь нас. Und bei der Geburt vom Neuen ist in uns hineingekommen. И многие люди на этом стопорятся, и все, это все, und sagen, все, джекпот. Ja, okay, jackpot, das war's. Аллилуйя, ja? Все. Finish. Но Дух Святой Fertig. Зашел внутрь тебя для Aber одной der цели. Geist ging in dich hinein für ein Ziel. Я бы так мог на материальном языке объяснить. Materiell würde ich das so erklären. Он зашел внутрь меня. Er ging in mich hinein. И он внес внутрь меня некие вкусовые рецепторы к духовному миру. Und er hat somit Geschmacks Knospen quasi mir geschenkt zu der geistlichen Welt. Чтобы я был чувствителен к духовному миру. Dass ich so ja sensibel bin, was die geistliche Welt angeht. Я сейчас не имею в виду ощущения. Ich meine jetzt nicht мурашки, кудряшки там. Gänsehaut. Это все хорошо. Auf, und so weiter. Das я не про это. Nicht das. Чувствительность, она духовная, она немножко другая.
Geistliche Sensibilität ist was anderes. Ты внутри понимаешь, что тебе надо делать. Du weißt, was du tun sollst. И вот Дух Святой зашел именно для этого. Der Heilige Geist ging genau чтобы dafür оживить hinein, тебя изнутри. Um dich von innen lebendig чтобы zu machen, воскресить ja? Тебя изнутри. Auf zu erwecken, воскресить к чему? Erstehen zu lassen, wozu? Воскресить, чтобы я не грешил. Dass ich nicht sündige. Подожди, давай расставим все на свои места. Lass uns alles auf den Platz он stellen. Воскресил тебя для жизни вечной. Er hat dich, auferstehen lassen für das ewige Leben. И жизнь вечная, она находится в Слове. Und das ewige Leben ist im Wort. Потому что именно суть самой жизни вечной находится в Слове. Weil der Sinn des ewigen Lebens ist im Wort. Помните, мы считали с вами Иоанна 6:63? Johannes haben wir gelesen. Евангелие от Иоанна, да. Евангелие от Иоанна 6:36. Там написано 6:63, да. 63, sorry. Что там написано? Там написано, что слова мои. Meine Worte есть дух и жизнь. Иисус Христос. Jesus Christus. Кто такой Иисус Христос? Wer ist Jesus Christus? Есть Слово Божье. Das Wort Gottes. Что он есть? Путь, истина и жизнь. То есть сама суть жизни. Also der Sinn des Lebens selbst, потому что Дух Святой может жить во многих людях. Weil der Heilige Geist, kann in vielen Menschen. Они могли родиться свыше при любых обстоятельствах. Die hätten bei allen Umständen auch vom Neuen geboren werden können. Я имею в виду любой человек, который высвобождает свою веру. Jeder Mensch, der seinen Glauben freisetzt, в то, что Иисус Христос является Сыном Божьим, dass Jesus Christus der Sohn Gottes он признает господство Иисуса Христа в этом мире. Er erkennt die Herrschaft Jesu Christus. И Библия говорит, что кто исповедует, что Иисус Христос есть Сын Божий, тот, und die Bibel sagt ja eben, wer proklamiert, dass Jesus Christus sein Herr ist, тот от Бога рожден. Ist von Gott, aus Gott geboren. Все. Das war's. Но если они в православной церкви, значит, это не наши. Ja, aber wenn die orthodoxe Gemeinde, они говорят, что мы не их. Gehören die nicht zu uns, die и теперь что дальше? Учения у нас отличаются, да. Die Lehren unterscheiden sich, ja. Но я всегда вам говорил, что учение – это процентное соотношение доверия к Слову Божьему. Aber ich sagte immer, die Lehre, das ist Prozentsatz, inwieweit wir dem Wort vertrauen. Кто-то верит в то, что он просто родился свыше. Jemand glaubt, zum Beispiel, der ist einfach vom Neuen. И он как-то по-своему любит Бога. Und er liebt auf seine Art und Weise Gott. Кто-то шагнул дальше. Jemand ist weitergeschritten. Крестился в воде. Думаешь, что этого достаточно, gemacht, чтобы зайти на небеса. Das reicht, um in den Himmel zu kommen. Кто-то крестился Духом Святым. Jemand hat die, Taufe im Heiligen Geist dazu gemacht. Говорит еще на иных языках. Und redet, ja, Sprachengebet. Те двое уже считают его сумасшедшим. Die ersten zwei Fälle denken schon, der ist verrückt. Еще дальше люди шагают. Gehen die Leute noch Но куда weiter? Еще дальше? Ja, да есть куда. Noch weiter, ja? Есть люди, которые ходят в абсолютном здоровье. Es gibt Menschen, die absolut gesund sind, которые живут от своего даяния. Die von ihrem Geben которые ведомы Духом Святым. Die geführt sind vom Понимаете, Heiligen да? Geist, versteht и теперь ihr? Вот эта вся группа людей, которая снизу находится, und она вроде бы считает нас сумасшедшими. Ganze Gruppe der Menschen, die unten ist, denkt, wir sind verrückt. Но сумасшедшие ли мы? Aber sind wir denn просто мы с каждым разом под Словом Божьим мы повышаем уровень доверия и все. Jedes Mal unter dem Wort Gottes erhöhen wir das Vertrauen. Мы просто растем от Слова wir и все. Einfach von dem Wort. Это как от еды. Wie vom Essen. Ты будешь есть, ты будешь расти. Wirst du essen, wirst du wachsen. Если ты не растешь, значит ты не ешь. Wenn du nicht правильно, bist, ну как бы логично. Isst du nicht so, logischerweise. То есть когда я ел, это было видно. Also als ich gegessen habe, da sah man. Когда я перестал, ist тоже стало видно. Als ich aufhörte, so viel zu essen, hat man es auch gesehen. Но я еще все балансирую, я все еще тренируюсь. Ich trainiere immer noch. Да, и поэтому по поводу к Слову Божьему, в нем есть жизнь. Was das Wort Gottes angeht, hier ist das Leben. Это Бог сам и есть. Das написанный для нас. Gott selbst aufgeschrieben für uns. Он позаботился. Библия не есть Бог, понимаете? Er hat sich darum gekümmert. Also die Bibel ist nicht Gott. Бог обитает в своем собственном слове. Gott lebt in seinem eigenen Wort. И чем он обитает? Всей своей вездесущностью. Und mit seinem ganzen, ja, Wesen, всей da своей sein, силой. Mit seiner ganzen всей Kraft, своей крепостью. Seiner ganzen Stärke. И вот Дух Святой, живущий внутри нас. Der Heilige Geist, der in uns он влечет нас к этому Слову. Er zieht uns zum Wort. Да, мы зачастую не влечемся. Ja, oft, lassen wir uns nicht drauf ein. Но у Него единственная задача – привлекать нас к Слову. Aber er hat nur eine Aufgabe, uns zum Wort zu потому что Он хочет нас, Он же кто есть? Учитель, наставник и обличитель, да? Wer ist er denn? Учитель, Lehrer, наставник, einer, der учитель und, и обличитель. Ja, aufdeckt, so. Genau, обличитель это aufzeigt. Тот, который показывает выход das из ситуации. Genau, der, die, den Ausgang aus der Situation не который тебя добивает в этой ситуации. Nicht, der dich
sozusagen zu Ende zerstört. А который тебе показывает выход. Sondern der, die auf den Ausgang, Ausweg zeigt. Но если ты не ориентируешься Духу Святому, кто внутри тебя, как ты его распознаешь? Der Heilige Geist in dir, wie willst Потому что du единственный erkennen? Распознатель для Духа Святого das einzige, wie du ihn erkennst, это Слово Божье. Ist das Wort Gottes. Потому что именно оно говорит, что Дух Святой внутри тебя. Weil das Wort sagt, dass der Heilige Geist не твои ощущения об этом nicht говорят. Deine Gefühle, не родители, oder Eltern, не обстоятельства. Umstände. Как раз все, что я перечислил, оно будет говорить тебе, что внутри тебя нет никакого Духа Святого. Genau das wird dir genau sagen, nee, in dir ist kein Heiliger Geist. Единственный, кто говорит, это Слово Божье. Das einzige, der sagt, ist der, das Wort Gottes. Поэтому он и есть Иисус Христос. Deswegen ist er Jesus Christus. Это Слово Божье, помазанное Духом Святым. Das Wort Gottes gesalbt durch den Heiligen Geist. И Дух Святой на Слове. Der Heilige Geist ist auf dem Дух Wort. Святой внутри тебя. Innen drin. Для чего? Wofür? Чтобы ты мог распознавать Слово, сказанное в твою ситуацию. Dass du erkennen kannst das Wort, das gesagt in deine Situation. Дух Святой не для того, чтобы мы грехи видели в жизни друг друга. Der понимаете, Heilige Geist да? ist nicht dafür da, dass wir die Sünden Это не Дух Святой. Sehen. Das ist nicht Это как раз самый, Geist. Что ни на есть Дух Дьявола. Das ist, der satanische Geist. Который показывает тебе ошибки другого человека. Der dir aufzeigt die Fehler anderer Какова причина? Menschen. Wie ist der Grund? А у меня такого нет. Ich hab das aber nicht. У тебя есть два других вещества, du hast zwei andere Sachen, про которые даже стыдно сказать будет. Über die man sich sogar schämt zu reden. Да, этого нет, но за, ja, зато на замену этому еще два есть, похлеще. Aber dafür, für die eine noch zwei andere Sachen. Еще дальше. Und weiter? И вот люди, христиане, они иногда думают, что Дух Святой, живущий внутри них, Und die Christen denken halt, der Heilige Geist, der in ihnen lebt, он дает им право превосходства над другими людьми, gibt ihnen das Recht, sich zu überheben über andere Menschen, потому что они способны видеть всякие недостатки в других жизнях. Weil sie sind in der Lage, ja, Schwächen und sowas zu sehen im Leben anderer Menschen. Но если внимательно почитать Библию, wenn man aufmerksam die Bibel liest, Дух Святой будет как раз тебя учить не в плане не замечать ошибки, der Heilige Geist wird dir beibringen, nicht а не распространяться об этих ошибках из жизни другого человека. Не сплетничать. Also, nicht weitergeben die Fehler des anderen Menschen. А наоборот, молиться за этого человека. Sondern für diesen Menschen благословлять beten, его. Ihn zu segnen, чтобы он научался. Dass er lernt, чтобы мудрость его руководила. Dass die Weisheit ihn И потом, когда ты видишь, у этого человека этих поступков все меньше и меньше, und а потом их вообще siehst, нет. Von den Taten ist immer weniger und weniger bei den Menschen, вот тогда ты начинаешь mehr, понимать властью, которой ты обладаешь. Ja, dann nimmst du wahr quasi oder verstehst die Macht, die du hast. Потому что власть Духа Святого внутри тебя. Die Macht des Heiligen Geistes in dir. Она для созидания. Ist zur Aufbau, а не для разрушения. Und nicht Zerstörung. Поэтому люди, которые в церквях собираются вместе, Deswegen, die Menschen, die sie zusammen versammeln in den Gemeinden, это люди несовершенные по своей плоти, все. Чтобы вы понимали. И я тоже с вами вместе. Unvollkommene gemäß dem Fleisch, ich mit euch mit eingeschlossen. Но если мы изучать будем внимательно Слово Божие, Wenn wir aber aufmerksam das Wort Gottes erlernen, то Слово Божие нам нас научит использовать духовные инструменты, а не плотские. Dann bringt uns bei, das Wort Gottes geistliche Instrumente zu benutzen, nicht die gemäß dem Fleisch. Потому что по плоти у нас всех есть друг другу какие-то немые претензии. Gemäß dem Fleisch haben wir alle einander irgendwelche stummen Vorwürfe. Ты вроде бы так человеку не скажешь ничего, но у тебя что-то есть. Nichts, aber irgendwas hast du. Было бы неплохо, если было бы вот так вот. Wäre nicht schlecht, wenn so und so wäre. Но это твой взгляд на его жизнь. Ja, das ist dein Blick Ему хорошо Leben. Так. Ihm ist es gut, für ihn ist es gut so. Я не имею в виду сейчас, ну, совсем плохо. Когда, понимаете, да? Ich meine nicht das, wenn es ganz schlecht ist. Ну, у каждого из нас есть какие-то вещи, которые мы еще не подтесали, не обработали их. Jeder von uns hat irgendwelche Sachen, и они могут быть заметными. Und so weiter, und die kann man, die sind noch auffällig. Если вы замечаете в такие вещи во мне, в моей жене, в наших взаимоотношениях, wenn ihr bemerkt diese Dinge in mir, in meiner Frau, я не требую, я просто вам предлагаю. Ich verlange nicht, ich biete es an. Молитесь за нас просто. Betet für uns. Просто молитесь. Einfach betet für uns. Верьте, что ваши слова достигают цели. Glaubt, dass eure Worte Помогайте нам. Ziele erreichen. Потому что мы вам помогаем. Helft uns, weil wir helfen euch. Я еще, ну, как бы, я не помню, чтобы я за 7 лет кому-то предъявлял какие-то претензии за их скверный характер.
Ich glaube nicht, dass sich jemand in den letzten sieben Jahren Vorwürfe gemacht hat wegen dem Charakter. Я позволял себе говорить некоторые вещи некоторым людям. Ich habe mir erlaubt, gewisse Sachen gewissen Menschen zu sagen. Из-за уровня взаимоотношений с ними. Wegen der Beziehungsebene sozusagen. Потому что я хотел помочь. Weil ich wollte helfen. Но чтобы предъявлять какие-то претензии. Aber dass ich irgendwelche Vorwürfe gemacht habe. Кто-то опаздывает в церковь или кто-то не приходит в церковь. Jemand kommt nicht in die Gemeinde oder jemand kommt zu spät. Хоть кому-то какие-то претензии когда-то предъявлялись? Habe ich das zu jemandem irgendwann mal gesagt? Кто-то приносит сюда пожертвования. Не приносится. Bringt, spendet, кто-то дает, кто-то не дает. Gibt, кто-то ушел, кто-то пришел. Я заранее всех предупреждаю, здесь нет претензий. Ich у нас к вам von... нет никаких претензий. Rein, спасибо вам, что вы есть. Danke, dass ihr da seid. Потому что у меня есть возможность посеять внутри вас Слово Божие. А если я его посеял, то я ухожу домой в молитвенном состоянии. Dann gehe ich nach Hause im Gebet. И я продолжаю молиться, чтобы это Слово Божие прорастало внутри вас. Und ich bete weiter, dass das Wort Gottes in euch durchwächst. И уж поверьте мне, я увижу результат своих молитв. Ich werde das Resultat meiner Gebete sehen. Поэтому люди, которые встречаются с нами на одном пути, deswegen die Menschen, die uns begegnen auf einem они Weg, никогда не будут оставаться прежними. Die werden nie so bleiben, wie sie waren. И это хорошо. Und das ist gut. Я знаю, как это делать. Ich weiß, wie man das это tut. Снимает с меня напряжение следить за людьми. Das nimmt mir den Druck ab, auf die Menschen zu kontrollieren. Мне не надо звонить постоянно. Ну как ты, что ich ты? Muss nicht immer anrufen. Не согрешил ли ты? Was ist denn? Hast du nicht gesündigt? Ну как ты, хорошо заснул сегодня? Грех тебе не одолевал там. Bist du gut eingeschlafen, hat die Sünde dich nicht, ist nicht über dich gekommen. Ты так за неделю можешь надоесть человеку. In einer Woche wird der Mensch dich leid werden. Иногда людям хочется, чтобы им вот так вот позвонили, manchmal там спросили. Manchmal möchten die Menschen, dass man so anruft, nachfragt. И они считают, что если я не звоню, то это как бы моя безответственность. Und die meinen, ja, wenn der nicht anruft, der ist ja so verantwortungslos. Я хочу вас всех успокоить. Вы у меня все на молитвенном джойстике. Ich will euch beruhigen. Ihr seid alle auf der Gebetsliste. Все. С фотографиями. Zusammen mit Fotos. Все, что Бог доверил мне, alles, was mir Gott anvertraut я не позволю этому умереть. Erlaube ich dem nicht zu sterben. Понимаете, да, о чем речь? Steht ihr? И со временем вы это поймете. Und mit der Zeit werdet ihr das вы просто verstehen. Доверяйтесь. Vertraut euch доверяйтесь dem. Не мне, доверяйтесь Богу. Nicht mir, sondern Gott. Поэтому мы с вами сюда в церковь приходим, в собрание, wir kommen hier in die Versammlung, с одной целью. Mit einem Ziel. Мы хотим чему-то научиться. Wir wollen etwas lernen. Мы не удовлетворяем желание Бога, когда мы приходим в церковь. Wir befriedigen nicht die Wünsche Gottes, wenn wir in die Gemeinde kommen. Вот когда мы даем Ему возможность чему-то нас научить, also wenn wir ihm die Möglichkeit geben, и чему-то мы обучаемся, etwas beizubringen und wir lernen вот etwas, это удовлетворяет Его желание. Das befriedigt seinen Wunsch. Потому что он в нас видит себя. Weil er sieht uns in sich. Он хочет распространиться. Er will sich ausweiten. Он хочет достичь этот мир. Er will diese Welt erreichen. А поколения все приходят и приходят. Und люди все рождаются и рождаются. Кто-то уходит, но кто-то и приходит. Jemand geht, jemand kommt. И следующее поколение рождается куда? В лапы чьи? Die nächste Generation wird того geboren. Же Адамового проклятия. Auch wieder in den Fluch, Adams Fluch. Если христиане не могут с этим ничего сделать, wenn die Christen damit nichts machen können, то это говорит о том, что соль начинает терять силу. Das bedeutet, dass das Salz die Kraft verliert. Поэтому наша ответственность как служителей, unsere Verantwortung ist es als чтобы Diener, мы как соль с вами силу не потеряли. Dass wir mit euch als Salz die Kraft nicht вы знаете, да, что соль это консервант. Ihr wisst ja, Salz ist ein это говорит о том, что Бог может взять нас, мы как das соломка, heißt, взять над нами посолить этот мир, Gott kann uns nehmen, чтобы он не разлагался. Salzstreuer und über die Welt streuen, damit die nicht ja vergammelt. Потому что каждый из нас представляет крупинку соли. Jeder von uns stellt da ein Salzkorn. Живущий в этом мире из-за нас мир не может разложиться полностью. Also weil wir in dieser Welt leben, kann die Welt nicht komplett sich zersetzen, zerstören. Но не из-за нас, а из-за того, кто живет в нас. Nicht wegen uns, wegen dem, der in если мы позволяем ему проявляться. Wenn wir ihm erlauben sich zu zeigen. Поэтому я хотел бы вернуться к нашим ich möchte zurückkommen картинкам. Zu unseren Bildern. Вам понятно по картинкам все? Versteht ihr alles nach веселее так, правда, geht? Да? Yeah. Жалко, что я сразу как бы давно не начал, но... Schade, dass ich да. vor längerem damit nicht anfing. Мы с вами на сегодняшний день, в принципе, все это время
Also heute und die ganze Zeit. Что мы делаем? Мы с вами изучаем духовный мир. Was tun wir? Wir erlernen die geistliche Welt. Потому что до рождения свыше мы даже представления не понимали, что он существует вообще. Bis zur Geburt vom Neuen hatten wir nicht mal die Vorstellung, dass es die gibt. Духовный мир был закрыт для нас. Die geistliche Welt war für uns verschlossen. Потому что дьявол никогда не звонил к нам в двери. Satan hat nie geklingelt. И не приходил, не говорил, не знакомился с нами. Я дьявол. Und sagte, hallo, ich bin Satan. Я абсолютное зло. Ich bin das die absolute. Потому что, чтобы ты знал, все, что беда в твоей жизни будет происходить, weißt, das Unglück, was in это я. Wird, das bin ich. Поэтому бойся меня. Deswegen hab Angst vor mir. Нет, он еще то существо. Nein, der ist noch so drauf. Это трусливое существо, das самое ist трусливое. Das ängstlichste Wesen. Он потерялся в бытие. Бытие, also, im ersten Buch Mose hat er sich schon verloren. И потом всплыл однажды в книге Исаия. Und dann taucht er im Buch von Jesaja auf. Понимаете, да, чем? И потом только когда Иисус Христос пришел на землю, und nur als Jesus Christus dann auf die Erde он kam, озвучил врага человеков. Hat er den Feind des Menschen, ja, über ihn erzählt. То есть люди, которые рожденные не от Бога, also, das heißt, die Menschen, die nicht aus они Gott до сегодняшнего дня думают, что это они зло. Sie denken, sie sind die Bosheit. Что это они злые, они вот такие вот. So böse sind und so sind. Но есть духовный мир, es gibt die geistliche Welt, который не просто параллельно материальному. Ist nicht einfach nur parallel zu der materiellen Welt. Он находится прямо здесь. Genau hier ist die Welt. Просто что ты его руками взять не можешь. Du kannst es einfach mit den Händen nicht. Если он не позволит. Außer er erlaubt es dir. То с другими словами, если Бог захотел бы проявиться сейчас, also, wenn Gott wollen сам, würde, sich selber zu zeigen, он бы просто проявился, и все, и мы бы его увидели. Einfach zeigen, und wir würden ihn sehen. Но ему незачем это делать. Aber warum sollte er das tun? Потому что Библия говорит, что он хочет, чтобы мы научились ему доверять. Also, die Bibel will, dass wir lernen, sich ihm zu, anzuvertrauen. Потому что когда ты видишь, ты начинаешь жить видением. Wenn du das siehst, dann lebst du durch das Sichtbare. Потому он очень аккуратно себя ведет с проявлениями. Deswegen ist er sehr akkurat, was ja, das Aufzeigen angeht. Он не хочет, чтобы seine, люди ja, also, der will nicht, dass die Menschen уповали только на то, что они увидели. Sich nur auf das verlassen, was die sehen. Потому что ты не можешь тогда расти в вере. Weil dann kannst du nicht im Glauben wachsen. Потому что то, что ты видишь, будет всегда тебя ограничивать. Weil das alles, was du siehst, wird dich immer beschränken. Поэтому он не показывался людям. Er hat sich den Menschen nicht gezeigt. В Ветхом Завете это были какие-то кусты, это была какая-то слава, это был огонь, это были тучи, это был ветер. Im Alten Testament waren da so Sachen wie Busch. Да. Was war das? Busch? Но является ли огонь в кусте Богом? Wolke. Нет, конечно. Und sowas, ja? Feuersäule und diese ganzen. Он просто проявлялся через некоторые, некие материальные стихии. Materielle, ja, wie Wetter und so, ne? Zur Hand genommen, um sich zu zeigen. Давая человеку понять, что он господин земли, господин жизни. Also, der hat den Menschen damit zu verstehen gegeben, er ist der Herr des Lebens. Чтобы человек учился доверяться тому, кто есть кто-то больше, чем просто этот материальный мир. Dass der Mensch lernt, sich ihm anzuvertrauen, dass es etwas mehr gibt als einfach nur diese materielle Welt. И однажды он проявился в своем сыне. Und einmal hat er sich gezeigt in seinem Sohn. Иисус Христос был абсолютное слово Божье, абсолютное. Also Jesus Christus war das absolute Wort Gottes. Он был внутри рожден от Духа Святого, зарожден, зачат. Er war sogar ja, gezeugt durch den Heiligen Geist. Он мыслил как Бог. Er dachte wie Gott. Он говорил как Бог. Er sprach wie Gott. Он делал все, что Бог сказал. Er tat alles, was Gott sagte. Он ничего не делал сам от себя вообще. Nichts von sich aus. Он никогда не был ведом нуждами людей. Er war nie geführt von den Nöten der Menschen. Помните, Лазарь умер? Lazarus, als er starb. Что там было? Was war das? Ему говорят уже три дня. Sagte, schon drei Tage. Он не двигается с места даже. Und er bewegt sich nicht mehr, ja? А потом встал и пошел. Und dann stand er auf und ging. Ему уже говорят, да ты опоздал уже три дня, уже смердит уже все. Ah, du bist schon zu spät, stinkt schon alles. Это люди были, которые ориентированы на внешний мир, материальный. Das waren die Menschen, die sich orientiert действительно, haben Лазарь an der äußerlichen Welt. Klar, Lazarus starb. В Израиле жарко. In Israel is heiß. За три дня мясо уже начинает подпорченным быть. Natürlich ist schon was da, no? Как бы там ни было, это труп. Also, es ist eine Leiche. Понимаете, да, уже начинает подванивать. Stinkt schon. Но идет Иисус.
Aber Jesus сказал, почему он говорит, я есть воскресение? Warum sagt er, ich bin die куда я приду, wohin ich komme, там будет воскресение. Da wird die wiederauferstehung. Куда я приду, wohin там ich будет komme, исцеление. Da wird heilung sein. Он не был нуждами людей движим. Er war nicht geführt von den Nöten он был движим der Menschen, своим отцом. Sondern durch seinen Vater. Потому что когда были нужды людей, помните, когда он зашел в Ефезду, в купальню? Als er, wie heißt das? Купальня Вифезда. Wo dieser See war, ne? Wo die Heilung gefangen haben wahrscheinlich. Ja, ne? Ja. Genau, Heilungsbad, sagen wir mal so. Там нуждающихся людей было очень много. Da waren sehr viele, ja, als, ne, Kranke, Behinderte und so weiter. Все. Man könnte sagen alle. Все, абсолютно. Alle, ne? И там был, поверьте мне, там не было просто людей, которые сидели книжку читали. Da waren nicht einfach от нечего nicht, делать. Menschen, die so Buch gelesen haben, nichts zu tun. Если кто будет в Израиле, сходите, посмотрите, что это за зрелище. In Israel, schaut euch das an. Это вот такой вот бассейн. Das ist wie ein großes Schwimmbad. Где-то около 3 метров. 3 метра. Под открытым небом. Unter offenem Himmel. Как бы такая, как бы, ну, как в пещере просто. Wie вырубка такая в пещере. Höhle, ja? И к этой пещере идут много ходов, таких как солнышко. Und viele Eingänge zu dieser Höhle. И вот эти пещеры, вот эти вот, они были забиты людьми. Und das war, забиты diese Gänge, просто. Ja? Waren ganz voll, они voll прятались von там от солнца. Die haben sie da versteckt von der Sonne. Потому что они не знали, в какую долю секунды, минуты, времени года эта вода начнет бурлить. В этом бассейне. Wann das Wasser anfängt zu, это как ванна такая. Ja, sich zu bewegen, zu arbeiten, sozusagen. И та Библия говорит, что ангел Господень сходил в определенный день, они не знали этого ни also дня, ни часа, ни минуты. Nicht tag, nicht die Stunde, wann der Engel herabkam. И кто первый нырял в эту воду, тот исцелялся. Und der erste, der da rein ist, war geheilt. И вот они сидели, кто уже выжаренный полностью возле бортика, кто в бассейне был летом. Ja, manche saßen когда людей много. Везде so все забито. Das, wenn Schwimmbad ganz voll ist, примерно то же самое. So и вот ungefähr. Люди, когда эта вода начинала бурлить, und wenn das Wasser anfing, sich они bewegen, друг по другу там карабкались, брались, лезли, дрались, и, also чтобы залезть da, в этот бассейн. Was los, ne? Übereinander, ist egal, но Бог кто-то, кто первый туда нырял уже, aber скатывался. Nur den ersten, der war geheilt, ja? Иисус идет, поэтому заходит в эту Ефезду, в эту купальню. Rein, ja? И видит человека. Sieht einen Menschen. Одного. Einen. Все больны, а он видит только одного alle человека. Krank, aber der sieht nur den почему? Einen. Warum? Бог так распорядился. Das hat Gott so festgelegt. Нет, этот человек ожидал уже сколько там лет? Nein, der Mensch wartete schon. 38 лет он ожидал. 38 лет он не мог первым попасть, блин, в эту лужу. 38 Jahre lang konnte er nicht als erster. И он не терял надежды. 38 лет, чтобы er понять. Ты понял? Он не терял надежды. Он уже подобрался близко к этой луже. Er war schon ganz ну, к этой речке, ну, бассейну, скажем. Луже, не буду называть ее, бассейн. А то люди могут камнями потом встретить. Святое озеро. Оно было святым, когда туда ангел сходил, скажем так. А так была простая вода. В Ветхом Завете израильтяне, они получали исцеление через омовение водой. Это был принцип. Геезию, помните? Неймана. Когда пойди омойся в реке Иордан, что я в этой луже буду купаться, у нас там реки такие. Geh mal in Jordan und wasche dich. Ach, was soll ich das machen? Тебе пророк сказал, иди омойся, что у тебя проблемы. Der Prophet hat das gesagt, sagte der Diener zu dem Herrn. Пошел омылся в этой луже и исцелился от проказа. Und war geheilt von Hautausschlag. Что его? Иордан исцелил от проказа? Hat ihn Jordan geheilt? Пророк сказал. Nein, der Prophet hat's gesagt. Понимаешь, да? Слово. Он просто пошел по слову и сделал то, что сказал ему человек Божий. Вот и все. Tat, was das Wort sagte und was Gottes Mensch gesagt hatte und er war geheilt. Поэтому люди по сегодняшний день пытаются бегать за пророками, за словом, что они им скажут, so, где омыться. Hinter den Propheten, was soll ich machen, wo soll ich mich waschen? Они готовы на все, готовы куда ехать, в Израиль готовы ехать, в Иордан нырять, записки вставлять. В кругосветное путешествие ходить. Also, Weltreise zu machen und so weiter. Нет, время это закончилось. Слово die само Zeit пришло. Beendet, das Wort selbst kam. Слово пришло das и исцелило всех. Und heilte alle. Иисус говорит, я проливаю кровь за всех человеков, sagt, живущих до меня, живущих в мое время и рожденных после меня. Und geboren за всех nach человеков пролита кровь. Menschen.
И теперь ты можешь к этой крови прикоснуться своей верой. Und jetzt kannst du an das Blut rankommen durch deinen Glauben. И к этой крови можно прикоснуться через его слово. Du kannst daran kommen durch sein Wort. Потому что ты должен прикоснуться к этому событию, по сути. Weil du musst zu dem Ereignis, ja, dich ja antasten. Да, это событие называется искупление. Also dieses Ereignis heißt Freikauf, Erlös. Вот вся эта история об искуплении. Die ganze Geschichte über den Freikauf. Об этом Дух Святой повествует через Слово. Das sagt der Heilige Geist durch das Wort. Поэтому, когда мы начинаем читать Слово Божье, wenn wir anfangen, das Wort zu lesen, Дух Святой, Он как бы обучает нас, der Heilige Geist lehrt uns, не просто его понимать, nicht innerhalb не просто его читать, oder zu lesen, а читать его через искупительную жертву. Sondern zu lesen durch den Freikauf. Для чего? Wofür? Чтобы духовный мир стал для нас реальностью. Dass die geistliche Welt für uns zur Realität Потому wird. Что Иисус Христос есть дверь. Куда? Jesus Christus ist die Tür, wohin? В этот духовный мир. In diese geistliche Welt. И этот духовный мир, он не странный. Und diese geistliche Welt ist nicht mehr Потому что многие люди, о, что-то полетело. Viele denken, о, da ist о, was. Что-то кольнуло. О, da sticht was. Это, наверное, ангел копьем меня. Was хочет ein... пододвинуть, чтобы я отошел, не упал отсюда. Engel, der mich mit... То есть у людей Stock есть so много schief, странностей. Also Menschen haben viele... merkwürdige Sachen. Но только Слово Божье может дать нам понимание о духовном мире. Gottes kann uns только Слово Божье. Не пытайтесь понимать духовный мир вне Слова. Versucht nicht die geistliche Welt zu verstehen nicht innerhalb des Wortes. Почему это опасно? Warum? Das ist gefährlich. Потому что с вами начнут играть как кошка с мышкой. Und mit euch wird man spielen wie Katz und Maus. Вы знаете, что в основном коты, они же не едят мышей. Wisst ihr, die Katzen, die essen eigentlich nicht die Mäuse. Они их замучивают до смерти. Sondern die quälen sie bis zum Tod. Они играются с ними, якобы. Die spielen mit ihnen. Но они их замучивают до смерти. Die quälen sie bis zum Tod. Почему? Потому что на самом Warum? Деле, как бы, ну, ему это развлечение. Das ist einfach ein Vergnügen. Он его догоняет, опять ловит, опять его возле себя Fängt кладет. Ihn, legt ihn, где-то может придавить, прикусить его, чтобы он сильно не убегал. Да. Drücken und so. Но он играется. Spielt damit. Иногда даже забавно это смотреть. Und manchmal ist er sogar lustig, das anzuschauen. Но ты понимаешь, что летальный исход у мышки все равно. Aber du verstehst, die Maus, das ist это просто вопрос Urteil, времени. Ja? Es ist nur eine Frage der Zeit. Так вот, люди иногда пытаются играться с духовными вещами, абсолютно не осознавая значимость духовного мира. Духовный мир, он предназначен для твоей победы. В духовном мире есть все потребное для жизни и благочестия. Для того, чтобы ты здесь на земле был абсолютным победителем. Но Бог хочет, чтобы на небо ушли. Ja, aber Gott will doch, dass Причем тут земля, при чем тут материальный мир? Tun, materielle Welt. Я вам скажу, у всего есть свое время. Alles hat seine Zeit. Бог не просто хочет, чтобы вы на небо ушли. Gott will nicht einfach, dass ihr in den Himmel kommt. Если вы рождены свыше, вы уже на небесах. Wenn ihr vom Neuen geboren seid, seid ihr bereits im Himmel. И для Него вы были там всегда. Und für ihn wart ihr da immer. Именно за вас была заплачена кровь Иисуса Христа. Genau für euch war, wurde bezahlt mit dem Blut Jesu Christi. Потому что в Его понимании In seinem Verständnis, Он видел тот день, когда вы родитесь свыше. Er sah den Tag, wenn ihr euch Ja, vom neuen geboren, он видел, когда вы родитесь от Адама. Oder die himmlische Geburt empfangt, oder он видел, geboren, он видел всю вашу перекосаченную wurde, жизнь. Das alles, euer ganzes Leben, и он видел тот день, когда вы принимаете was Иисуса. Falsch lief. Und er sah den Moment, als ihr Jesus angenommen habt. И именно поэтому он послал своего сына. Genau deswegen sandte er seinen Sohn. И именно поэтому Дух Святой шел вам в затылок, дышал всю жизнь. Genau deswegen atmete der Heilige Geist immer in den Nacken. И как только вы начали какой-то ориентир держать, Und Бог, помоги. Тут как тут был. Мгновенно. Genau sofort war er da. Вы опять уходили куда-то, опять приходили, опять уходили, опять приходили. Und hin und her. Его это не интересовало, его интересовало только ваше внимание. Das hat ihn nicht interessiert. Ihn hat interessiert nur как только вы оказываете ему внимание, он тут же, он учитель, наставник и обличитель. Die, also, eure Aufmerksamkeit da ist, sofort ist er da, ist der Мгновенно. Lehrer, der zurecht weiß, для чего? Und so weiter. Чтобы Wofür? Вас привести к слову, Dass er euch zum Wort führt. И вы начали его есть. Und ihr das speist. Чтобы вы могли воспроизводить это слово. Dass ihr das hervorbringt, Чтобы das вы не Wort. Просто сидели и ждали, что курица сама в холодильнике поджарится. Dass ihr nicht wartet, dass das Hähnchen im Kühlschrank selber sich Курица dreht. В холодильнике может долго сохраняться. Kann da lange aufbewahrt werden. Но для прожарки нужно другой гирет.
Aber um durchzubraten, braucht man was anderes. Поэтому Слово Божье, оно может находиться в Библии сколько угодно. Das Wort Gottes kann in der Bibel sein, wie lange auch immer. Если оно не способно перекочевать внутрь тебя, wenn es nicht in der Lage ist, in dich hineinzukommen, оно для тебя абсолютно бесполезно. Ist das für dich komplett unnötig. И вот здесь беда. Das ist понимаете, das Unglück, да? Ja. Вот, вот здесь вот беда начинается. Da fängt das Unglück an. А если Слово Божье его внутри тебя нет, wenn по данной ситуации, nicht in dir ist, was die Situation angeht, то это значит, есть, то есть ты кому-то не дал шанса. Dann правда hast же? Du Богу. Nicht gegeben, Gott. Значит, ты дал шанс кому-то другому. Also hast du jemand anderem die Chance gegeben. И вот здесь нету середины. Und es gibt da keine Mitte. Здесь есть либо одно, либо другое. Das eine oder das andere. И вот мы с вами изучаем вот этот духовный мир для того, чтобы его понимать. Und wir lernen diese geistliche Welt, um sie zu verstehen. Потому что плотский мир, он die тоже духовный. Gewisse Fleischwelt ist auch geistlich. Сатана есть дух. Satan ist Geist. Дух зла. Geist des Bösen. И мы с вами считали, по каким приметам можно его распознавать? Галатам, помните, да? Галатам, 5 глава, по-моему, 22 стих. Галатам 5, haben wir das mal nachgelesen. Там где написано, дела плоти нам известны. Die Werke des Fleisches sind uns bekannt, ja. Также в Галатам 5 глава, 19 стих там описывается. 5:19 steht плоды Духа. Die Früchte des Geistes. И вот многие люди, они сидят, христиане, будучи рожденными свыше, они ждут, пока Бог сделает их добродетельными, пока Бог сделает их воздержанными, пока Бог сделает их долготерпеливыми, незлобными, не гневливыми, не лживыми. Понимаете, да, что? Вот они сидят просто и ждут. Они ходят для этого в церковь и думают, когда же этот момент настанет, истина. Когда вот я просто вот перестану врать, красть, думать всякую ерунду, злиться, гневаться. Но я все время злюсь почему-то. Wütend und zornig. Потому что меня выводит это и это и das вот это. Und das und das, das bringt mich in, mich in. И я говорю, ну сколько можно уже, столько лет в церкви, все время вот это вот у меня одно и то же. Когда же Бог уже мне поможет? Schon in der Gemeinde, so viele Jahre. Wann hilft mir Gott endlich? И вот для того, чтобы в нашей жизни этого und недоразумения dafür, не было, dass wir solche Missverständnisse im Leben, мы с вами из того, что мы изучаем haben, духовный мир, dass wir diese geistliche Welt из чего он состоит, woraus die besteht, мы немножко дальше потом пойдем. Machen wir ein bisschen Давайте weiter. Сначала изучим духовную анатомию. Die geistliche Anatomie wollen wir erstmal lernen. Я таким образом ее назову. Ich nenne das so. И вот мы с вами, будучи рожденными свыше, also, wir als vom neuen geboren, мы не вот это, мы вот это. Das Wesen, wir sind das da oben. Этого нет больше. Der ist nicht vorhanden. Если к этому добавить внутреннее красное строение, тогда wenn оно будет правильно. Innen drin rot macht, ja, dann ist es richtig. Но я существо не без Духа Святого внутри себя. Aber ich bin ja nicht ein Wesen ohne den Heiligen Geist. Реагирую я на него или не реагирую, это вопрос моего доверия и послушания. Das ist mein Vertrauen, mein Gehorsam. Но я принял Духа Святого внутри себя. Aber ich habe angenommen den Heiligen Geist in mir. Римлянам 5:5 написано. Römer 5:5 steht geschrieben, что Бог излился внутрь нас, dass Gott sich ausgegossen hat in unsere Духом Herzen, Святым, живущим в нас. Den Heiligen Geist, der in uns что любовь излилась в наши сердца Духом Святым. Помните? In uns durch den Heiligen Geist. То есть Дух Святой и любовь, значит, идентичны. Also der Heilige Geist und die Liebe sind also identisch. Ну, как, допустим, креветки и вкус креветок. Идентичны, also правда же? Wie heißt die? Garnelen und Geschmack der Garnelen. Или, допустим, молоко и вкус молока. Oder die Milch. Ты не можешь их разделить. Der Milch. Но есть молоко в пакете. Also gibt Milch im, а есть вкус этого молока. Und es gibt die, den Geschmack der Milch. Так вот, есть Дух Святой, es gibt den Heiligen Geist, живущий внутри меня. Der in mir lebt. Я его принял. Ich habe ihn angenommen. Значит, внутри меня живет любовь. Also lebt in mir die Liebe. Правильно? Ja? Значит, любовь уже зашла внутри меня. Also ist die Liebe там же написано in mich hineingekommen, так. Ja? То есть вот это существо красное, das Wesen, das Rote, оно буквально рождено от любви. Ist buchstäblich aus Liebe geboren. Не от любви ко мне. Nicht zu mir, не от любви к жизни. Oder zum Leben. Сама любовь, то есть сам die Бог, Liebe любовь. Selbst, also Gott, die Liebe. Потому что любовь, она может быть у меня, а может быть у меня и не быть любви. Ich kann ja die Liebe haben oder nicht haben. В зависимости от чего? In der Abhängigkeit. То есть к моей жене у меня есть любовь. Zu meiner Frau habe ich die Liebe. Опять же, какая любовь? Welche? Начиная от агапы и заканчивая angefangen von agape, филио, эрос и тому подобное. Filio, eros und so weiter. Я не могу сказать, что у меня к Даниилу есть эрос любовь. Ich kann nicht sagen, zu Daniel habe ich eros Liebe.
Тогда со мной что-то неправильно. Sonst wäre mit mir was nicht richtig. Что-то я ориентиры попутал какие-то, берега. Verloren. Понимаете, да? У меня может быть к нему филио-любовь. Дружеская любовь. Ist die freundschaftliche. Но у меня не может быть к нему даже родительской любви, я ему не родитель. Aber auch die elterliche Liebe kann ich nicht haben, ich bin ja nicht sein Vater. Но теперь я еще из-за того, что у меня есть агапа любовь, я могу ее проявлять. Aber weil ich die agape Liebe noch agape habe, это безусловное. Zeigen, das ist die bedingungslose Liebe. Вот Бог, он есть безусловная любовь. Also Gott ist die bedingungslose Liebe. И из этой безусловной любви вытекают все остальные aus любви. Dieser bedingungslosen Liebe категории любви, как вкусовые ощущения. Heraus, wie der Geschmack. Вот это существо, dieses я внутренний Wesen, человек, ich, der innere кто Mensch, я есть на самом деле. In der Tat то, что вы видите, это образ. Das, was ihr seht, das ist ein Bild. Но внутри меня есть подобие кого-то или чего-то. Aber in mir ist, ja, Ähnlichkeit von jemandem oder etwas. Раньше я пытался через какой-то образ надеть на себя какое-то подобие. Also früher wollte ich durch das Außen quasi, ja, dieses Gestalten jemand anderer werden. Я как бы в юношестве ходил с дикими прическами. Als ich jung war, hatte ich so ganz verrückte Frisuren. Да, в какой-то дико рваной одежде. Irgendwelche merkwürdige. Я пытался кем-то быть. Ich versuchte. Какие-то цепи, булавки на мне были всякие разные. Ну что там только на мне не было? Sicherheitsnadeln waren an mir. То есть я пытался кем-то стать. Потом я менял имидж. Versuchte jemand zu werden. Dann потом я становился каким-то фраером, потом еще кем-то. So. Потом каким-то денди, понимаешь, да, чем речь? То клетчатые штаны у меня были салатового цвета, то еще что-нибудь. Карета, розы, салат. Всякое было в жизни. Alles mögliche. Я пытался кем-то быть. Я пытался чей-то срисовать чей-то образ. У меня просто мама шила, и у нее было очень много журналов. Meine Mutter hat genäht und die hatte sehr viele so Zeitschriften, was Mode anging, ja? Да, так как мы жили в Советском Союзе, у нас был закрытый занавес железный, вы знаете, да? До Европы было далеко. In Sowjetunion war ja nichts, war ja alles so abgeschirmt, genau, eiserner Schirm. И любой человек в желтой или в красной рубашке на улице, это все, это было нечто. Экзот. Это дикость просто была, понимаете? Und jeder so auf der Straße, der mal ein gelbes Hemd hat, gelbes, ne? Das да, war was exotisches quasi. Это ja? Все это. Das war wow. Какой-то дикарь какой-то. У всех было серое, коричневое, черное, темно-синее. Alle hatten schwarz, grau und was weiß ich, ja, blau, weiß. А тот тип вышел в салатовых штанах, в клеточку. Ein Typ in Salathose mit. Поэтому меня знали все. Grüner Hose in Karo. Das war auffällig, ja. Я когда родился свыше. Sie vom Neuen geboren bin. Представьте, насколько был загнанный в своем разуме. Я родился свыше. Ich bin vom Neuen geboren. Я одел белую рубашку, ich галстук, пиджак. Weißes Hemd angezogen, и ехать в церковь. Und Krawatte. Я стеснялся выйти из подъезда. Ich habe mich geschämt aus dem мне казалось, на меня весь мир смотрит. Ich dachte, alle gucken mich что все an. Звонят друг другу по dass телефону, говорят, смотри, смотри, дурень идет в церковь. Und guck mal, der Blöde, der hat sich umgezogen, geht in die Gemeinde. Вот в таком вот, в замкнутом пространстве я вот здесь вот в разуме дожился. So sah das in meinem Kopf aus damals, ja. То есть вот это существо духовное, я also духовное. Dieses ich, der Geistliche, das я буквально зачат. Ich bin я вам сейчас даже место из Писания. Gezeugt. Первое Петра 1:23. Erste Petrus. Erste Petrus. Первое Петра 1:23. 1:23. Почему? Как возрожденный неотленного да, семени. Я просто немножко другое открыл. Коринфянам почему-то открылось у меня. Сейчас я. Как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. То есть я буквально рожден не от тленного семени. Also ich bin buchstäblich geboren, nicht aus vergänglichem Samen. Что такое тленное семя? Was ist vergänglich? Тленное семя – это семя, которое было у моего папы. Der Same meines Vaters. То есть я буквально рожден не просто от мужчины. Also ich bin geboren nicht aus einem Mann. То, что я от мужчины рожден, все вы видите, да? Ja, das seht ihr, ja. Но мое рождение свыше видит только Бог Отец.
Meine Geburt vom Neuen sieht aber nur Gott der Vater. И я могу через Слово Божие внутри себя его осознавать. Und ich kann das durch das Wort Gottes in mir erkennen. Нет никаких других предпосылок, чтобы я мог это распознать. Sonst kann ich das ja nicht. No? Весь внешний мир мне может говорить, что это все ерунда. Die ganze äußerliche Welt kann mir sagen, das ist Blödsinn. Если слушать дьявола, тот вообще караул, понимаешь, да? Wenn man Satan anhört, он просто может тебе сказать, ты просто хороший человек. Ну, erzählen, никакого Бога нет, ты просто хороший парень, тебя воспитали хорошо. Gott, только Слово Божье может мне сказать мою истину. Истину обо мне. Потому что Библия сравнивает Слово Божье с зеркалом. Also die Bibel vergleicht das Wort Gottes mit dem Spiegel. Вы знаете, когда вы смотрите в зеркало, wenn ihr in den Spiegel schaut, это не вы зеркалу рассказываете, как вы выглядите. Nicht ihr erzählt dem Spiegel, wie ihr ausschaut. Это именно зеркало говорит вам, как вы выглядите. Der Spiegel erzählt euch, wie ihr aussieht. Именно зеркало корректирует ваш внешний вид, правда же? Genau, der Spiegel korrigiert eure äußerlichen. Именно благодаря зеркалу вы видите, что у вас правильно, что у вас неправильно. Also dank dem Spiegel seht ihr, was ist richtig, was nicht. И вот почему очень часто люди боятся заглядывать в зеркало. Und deswegen haben oft die Menschen Angst in den Spiegel. Потому что заглядывая в зеркале, wenn sie in den Spiegel schauen, они видят в себе все неправильное. Die sehen in sich alles falsche. Но это, чтобы вы понимали, это не Дух Святой. Das ist nicht der Heilige Geist. Дух Святой, Он наставляет вас согласно того, что о вас Бог сказал. Er leitet euch an, entsprechend dem, was Gott über euch gesagt hat. Потому, когда мы видим в зеркале не то, что... Или, скажем, видим в зеркале все неправильное в себе. Wenn wir im Spiegel all das Falsche sehen in sich. Это мы, значит, читаем Слово Божье под вдохновением. Das heißt, wir lesen плоти. Das Wort Gottes unter der Inspiration des Fleisches. Потому что плоть начинает тебе говорить, смотри, ты здесь виноват, и здесь ты виноват, das Fleisch и sagt, здесь ты виноват, а здесь ты не совершен. Здесь ты, смотри, нагадил, здесь наследил. Все, тебе нет, тебе прощения so, нет, все. Keine Vergebung für тебе dich, становится скучно его читать, es wird dir langweilig, ты сворачиваешь reden, его, du machst es говоришь, там... Und sagst, ach, прожил же как-то без него и все. Как-то еще дальше проживем. И вот дьяволу просто ты, скажем так, подарил еще какое-то время своей жизни. Ja, in deinem Leben. Потому что отсутствие Слова Божьего внутри тебя, wenn das Wort Gottes in dir nicht оно дает ему право, gibt es ihm das Recht, с тобой играться, как кошка с мышкой. Wie die auch zu spielen, wie die Katze mit der Maus. Но результат всех этих игр, aber das Resultat dieser ganzen Spiele, ты труп. Du bist он начинает тебя выматывать. Er macht dich fertig. Он начинает искажать твой образ мышления. Verfälscht deine Denkweise. Он начинает бить по твоему телу. Schlägt an deinen Körper. Ты пищишь, визжишь, как та мышка, du понимаешь, да? Wie diese Maus. Ты пытаешься убежать. Versuchst wegzulaufen. Все нормально, ты же правильно делаешь, ты же хочешь убежать. Du willst doch weglaufen. Ты же хочешь du вырваться doch из всего из этого. Du willst da rauskommen. Но вопрос, вырвешься ли ты? Aber die Frage, wirst du da rauskommen? Мышка даже не понимает, что она уже прикушенная. Also die Maus versteht es nicht mal, dass die angebissen ist. Что она уже не так быстро бегает, nicht so schnell läuft, и бежать ей уже некуда, und wohin noch, потому что на хвосте уже лапа, weil auf dem Schwanz, и расстояние между лапой и мышкой просто хвост. Und das einfach, der Abstand ist nur noch der Schwanz zwischen der Pfote und der Maus. Так вот, к дьявольской природе мы привязаны через рождение Адама. Also zum satanischen Wesen sind wir angebunden durch die Geburt aus Adam. Когда пришел Иисус, он обрезал эту природу. Als Jesus kam, hat er das abgeschnitten. И дал нам новое рождение. Und gab uns eine neue Geburt. И это новое рождение, diese neue Geburt, это когда человек призывает имя Иисуса Христа das в свое ist, сердце, wenn der Mensch Jesus Christus in sein Herz, когда он становится beruft, под его господство. Stellt sich unter seine Herrschaft. Для чего? Wofür? Чтобы Иисус Христос господствовал в моей жизни. Dass Jesus Christus herrscht in meinem Leben. Ну что-то он плохой господин в таком also, случае. Что-то никакой не господствует в твоей жизни. Herrscht er nicht viel in deinem Leben. Может, ты его просто где-то на балконе держишь, где-то спрятал его? Hast du ihn auf dem Balkon gelassen? Hast du ihn когда мы признаем господство Иисуса Христа в нашей жизни, wenn wir, die Herrschaft Jesu Christi in unserem это говорит буквально вот о чем. Proklamiert das, oder, ja, bestätigen мы das будем sagt, господствовать в этой жизни так же, как господствовал и он. In diesem Leben понимаете, genauso да? Auch wie er. Как он господствовал? Посредством слова, которое он слышал от Отца.
Also gemäß dem Wort, welches er empfing Кто он такой? Vater, wer ist er? Слово Божье, сказанное в нашу жизнь. Das Wort Gottes gesagt in unser Leben. Вот почему мы говорим во имя Иисуса Христа. Deswegen sagen Это wir не заклинание. In Namen Jesu Christi. Это как сам бы Иисус поступил. Das ist so, wie Jesus selbst handeln würde. Если бы он ободрал ногу где-то в вагоне. В вагоне? В вагоне, лазил бы где-то по вагонам. А. Wenn er Вагоне. Ну, вагон. Bein sie beschädigt hätte im Waggon. Да. Ну, поезд. Yeah, yeah. Да. Okay, я ободрал бы ногу. И dann wäre das Bein verletzt. Ну, я думаю, что он бы не ободрал, конечно, но если вдруг бы ободрал. Он wenn очень аккуратно, so я думаю, wäre, ich denke, wäre он обходил все эти углы, он был чувствительным к жизни Ecken больше, чем к смерти. So yeah. War, но что бы он сделал? Zum Tod. Aber он бы пришел к отцу и просил бы его: Господь, Отец, исцели меня, да? Gesagt, bitte, Vater, heil mich. Или он бы просто сказал: Отец, спасибо тебе за то, что Oder исцеление принадлежит мне. Gesagt, Vater, danke dir, dass die Heilung mir gehört. Поэтому я утверждаю, исцеление, всякая кровь сворачивается, быстро шрамы уходят. Понимаете, да, чем? Но он был чувствителен к этому духовному миру. Also er war sehr sensibel zu der geistlichen Он был преисполнен Слова Божьего настолько, er war überfüllt mit dem Wort Gottes dermaßen, что он, по сути, сам и являлся этим Словом. Dass er selbst quasi das Wort war. Он, Слово Божье было внутри него преизбытке. Im Überfluss war das Wort Gottes. Он с детства возрастал в понимании Von der Слова. Kindheit an wuchs er im Wort. Он в 12 лет дивил там людей так, что у них волосы дыбом стояли, что он им рассказывал. Чтобы вы понимали, в израильском народе юноша 29-летний не имел права голоса среди старейшин и мужчин. Also, unter den Eltern не имел просто права голоса. Kein Recht zu sprechen. То есть он мог что-то говорить, но его никто слушал, никто не воспринимал. Aber ihn hat Пацан. Keiner... Но в 30 лет он становился мужчиной. Das ist so ein junger Spunzer quasi. Aber вот mit 30... почему Иисус Христос в 30 лет зашел в служение. War also bei den Hebräern war ein Mann dann, для того, чтобы его не только юноши слушали, но и взрослые. Auch Jesus mit 30 anfing, damit ihn nicht nur die Jüngeren, sondern а в храме auch die ему было 12. Aber in dem Tempel damals war er 12. И там люди, мудрые, взрослые мужчины. Und da waren ja weise erwachsene Menschen. Удивлялись его мудрости. Und die waren verwundert Откуда über у него seine это? Weisheit. Wo hat er das? Почему что? Он с детства впитывал. Weil er von Kindheit an das он сидел в синагоге и слушал. Er saß in der Synagoge und hat zugehört. Он не искал в себе неправильного. Er suchte in sich nicht das он falsche. Искал, что Бог о нем говорит. Er suchte, was sagt Gott über mich. Потому что он рожден был в теле от Марии. Er war geboren im Leib aus и в теле, чтобы вы понимали, живут законы греха и смерти. Lebt das Gesetz und das, der Sünde und des Todes. И я думаю, что Мария передала ему человеческую природу. Und ich denke, Maria hat ihm dieses menschliche ja übergeben. Не зря в Библии написано, что Иисус был искушен всяким видом греха, но не согрешил. Geschrieben, versucht war er in jeder Sünde, aber hat nicht einmal gesündigt. Грех жил в его теле. Die Sünde lebte in dem, но силой Leib, Духа ja? Святого, которого он воспитывал внутри себя через Слово, aber die Kraft des Heiligen Geistes, welche er erzogen hat, in sich он контролировал это все. Hat er das alles kontrolliert. Он не стал грешником. Er wurde nicht sündig. Он не позволил греху проникнуть внутрь себя. Er erlaubte nicht der Sünde durchzukommen, он не позволил греху себя воспитывать. Er hat doch nicht erlaubt der Sünde sich zu erziehen. Что такое грех? Was ist неверие и невежество по отношению к Богу. Unglaube und in Ignoranz, was Gott angeht. Потому его почти к его небесному отцу, deswegen seine ja, Beachtung, Respekt seinem himmlischen Vater его доверие его небесному отцу, sein Vertrauen seinem himmlischen Vater оно не позволяло ему делать то, что люди делают в этом мире. Erlaubte ihm nicht das zu tun, was die Menschen dieser Welt. Потому что он знал, если я сейчас оскорблю Даниила, er wusste, wenn ich jetzt Daniel beleidige, у Даниила будет очень неважное мнение о моем небесном отце. Daniel eine ja, schlechte Meinung haben über meinen Понимаете, да, как Vater. Он как он мыслил вообще? Wie er dachte. Он был представителем неба. Единственный на земле. Единственный. Er war der Einzige, der den Himmel quasi darstellte auf der Erde. И он просто о нас рассказывает, как мы должны себя вести. Euch über uns, wie wir uns мы должны 300 раз подумать перед тем, как отвечать кому-то wir что-то. Müssen 300 mal nachdenken, bevor wir jemanden antworten. Потому что мы несем в себе либо одну природу, либо другую. Wir tragen in uns entweder das eine oder das andere Wesen. Просто вот этот духовный мир, also diese geistliche который обозначен Welt, в Галатах, как инструменты, instrument, или как органы, oder organe, или как семя, которое посеяно внутри нас сатаной, Same, der ausgesät in uns durch Satan,
У него есть тоже духовное начало. Er hat auch einen geistlichen Anfang. Потом это начало переходит в поступок. Dann kommt, das zu tat. Ты кого-то оскорбляешь, du beleidigst это оскверняет jemand, твою жизнь, das а не его. Verunreinigt dein Leben, nicht sein Leben. Потому что это осквернит его жизнь только в одном случае, если он это примет к себе. Es wird verunreinigen sein Leben, wenn er das so, да, действительно, обо so мне так думает. Наверное, я такой и есть. И пошел. Ja, wahrscheinlich bin хотя so таковым и не являлся. Schlechter und so, obwohl er gar nicht so ist, ja? Просто какое-то бестолковое существо тебе что-то высказало. Einfach so ein dummes Wesen hat dir das herausge- а ты из-за того, что в тебе живут вот эти вот семена, aber weil in dir diese он озвучил некую природу в твоей плоти. Er hat das Wesen in deinem Dasein quasi, и так как ты близок был к плотским проявлениям, und weil du so nah war dem fleischlichen, так как ты близок был к чувствительности к смерти, und so nah und empfindsam, ты распознал это своими du hast das mit deinen инструментами quasi, и принял это в свою erkannt, жизнь. Und hast es angenommen. И теперь ты живешь с этим, он уже уехал, умер, уже ушел. Und jetzt ist es in dir geblieben. Du lebst, а ты живешь с этим, я плохой человек. Mehr, schon weggefahren, gestorben, und du lebst immer noch da. У меня вопрос, кто тебе это сказал? Ich hab eine Frage, с кем ты разговаривал wer hat dir das gesagt? Ты единственный, ты как ребенок Божий, единственный, с кем ты можешь разговаривать, это с ним. Als kind Gottes ist der einzige, mit wem du reden потому что только он знает о тебе истинную правду. Nur er никто weiß больше. Über dich die Wahrheit. Я даже не знаю, он niemand. Только знает. Er weiß das nur. Sogar ich weiß das nicht. Поэтому, когда о тебе говорят кто-то что-то, wenn über dich jemand etwas sagt, тебе надо быть очень сдержанным. Musst du sehr, enthalten, kontrollieren dich. И включать другие инструменты. Enthaltsam sein. Например, милосердие. Andere Instrumente anmachen, wie например, прощение. Например, долготерпение. Но ты будешь geduld. Чувствительным к этим инструментам только в одном aber случае. Du wirst zu diesen Instrumenten nur empfindsam если sein, ты будешь через Слово Божье питать их в себе. Wenn du das nährst durch das Wort. Когда ты читаешь Библию, что ты делаешь? Wenn du die Bibel liest, was tust? У меня просто история. Ich hab einfach Geschichte, у меня просто география. Geografie. У меня просто там рецепты ich hab einfach или просто рецепты, поведение oder einfach это можно, это нельзя, das это можно, это нельзя nicht, das darf man, das darf man nicht. Нет, я воспитываю в себе милосердие. Nein, ich erziehe mir die Barmherzigkeit. Я вычитываю, кто я есть во Христе Иисусе. Ich lese, wer ich bin in Jesus Christus. Я здесь вычитываю свое поведение. Hier raus entnehme ich mein Benehmen. И практикую это поведение в своей жизни. Und praktiziere das in meinem почему? Leben. Warum? Потому что духовные инструменты и плотские инструменты, они есть уже внутри меня. Weil die geistlichen Instrumente so wie die fleischlichen sind bereits in mir. Давайте поговорим о духовных инструментах. Lass uns über die geistlichen reden. Какие мы с вами уже изучали? Welche haben wir помните, bereits erlernt? Вера. Den Glauben. Вера. Терпение. Geduld. Радость. Freude. И что? Рассудительность. Bedacht sein, ne? Haben wir gesagt so. То есть вот эти вот четыре мы с вами уже как бы die vier haben wir schon uns angeschaut, ja? Изучали. Mm-hmm. Мы помним, что духовный мир die geistliche он Welt первичен. Ist erstrangig. Материальный мир materielle он Welt вторичен. Ist zweitrangig. Но они должны были быть между собой очень сильно связанными. Aber die sollten unter sich sehr stark verbunden sein. Мудрость, крепость, сила und из духовного Weisheit, мира Stärke, Kraft, aus какого? Из духовного aus мира der westlichen Welt? Должна была наделять человека властью, силой и пониманием, как sollte этим пользоваться в материальном мире. Mit der Kraft und Macht und dem Verständnis, wie man das einsetzt in der materiellen Welt. Чтобы дни человека на земле dass были насыщенными и полными. Menschen auf der Erde gesättigt sind und ja so gefüllt. Но произошло не то, что произошло. Адам упал. И потому произошел разрыв между духовным миром и материальным миром. Материальный мир остался один на один с сатаной. Понимаете, да, чем? Не потому, что Бог его бросил. Nicht, weil Gott ihn Бог никогда не бросал свое творение. Hat er nie, seine Schöpfung. Но материальный мир перестал ориентироваться, где Бог. Materielle Welt hat aufgehört, sich zu orientieren, потому что этот Gott начал себя выдавать за Бога. Weil er hat sich dargestellt als Gott. Смотри, тебя обидели. Guck mal, man hat dich beleidigt. Ты должен пойти и отомстить. Du musst hingehen und Rache üben. А если ты не пойдешь, не отомстишь? Und wenn du das nicht machst, тебя может любой тогда прийти и обидеть. Kann ja jeder kommen und dich beleidigen. Поэтому пойди, бери топор и давай. Und deswegen, nimm Beil und los geht's. Ну, ты стоишь с топором возле дверей соседа и говоришь, ну же просто меня вымыть около, и все, это же не убил. Ja, dann stehst du da mit dem Beil vor der Tür des Nachbarn, это он тебе сегодня вымыть около. Nicht если ты его сейчас за топором не завалишь, он тебе завтра придет и молотком твою ja, жену забьет. Wenn du jetzt nicht weitermachst, dann kommt и ты себя накручиваешь, стоишь возле этих дверей. Hammer und macht dein Leben kaputt, und du stehst звонишь. Und klingelst und
А там открывает вот такой чечен. Ты раз топор, раз за спину. Извиняюсь, дрова порубить не надо, да? Опа, сыканул, да? Сработало тоже, инстинкт самосохранения. Инстинкт. Вот так вот люди и жили. Да. И спали в Руси дети были, понимаете, да, о чем речь? И что? Спали? Это другое, это непереводимо. Не дошло. То есть другими словами. Mit den anderen Worten. Давайте прочитаем с вами Псалом 22. Псалмы lesen wir. Это так, для размышления. Псалом 22. In Deutsch 23. У вас 23, да? Такой коротенький. Коротенький псалом, но очень поучительный. Sehr kurz, aber sehr lehrreich. Жарко? Да хорошо. А вам? Можно на них направить. Господь, пастырь мой. Der Herr ist mein Hirte. Я ни в чем не буду нуждаться. Mit mir wird nichts mangeln. У меня вопрос. Ich habe eine Frage. Это по умолчанию? Wenn du still bist. Если Господь, пастырь мой, то я ни в чем не буду нуждаться. Wenn der Herr ist mein Pastor, dann habe ich, ne? Он твой пастырь для того, чтобы ты ни в чем не нуждался. Er ist dein Pastor, damit du keinen Mangel hast. Ты будешь не нуждаться только в одном случае, если он станет твоим пастырем. Du wirst nur in einem Falle nicht Mangel haben, wenn er dein Pastor ist. Но заметьте, Господь пастырь мой не для того, чтобы я во всем нуждался. Bemerkt, der Herr ist mein Pastor nicht, damit ich keinen Mangel habe. То есть подразумевается, если Господь пастырь мой, das bedeutet, wenn der Herr mein Hirte, то есть если Бог меня ведет, also wenn Gott mich то куда Он меня ведет? Wo führt er mich? Он меня ведет на свои пастбища. Auf seine Auen, ja? Для чего? Wofür? Чтобы я ни в чем не имел нужды. Dass ich keinerlei Not habe. Потому что если посмотреть от обратного, Mangel. Wenn man's anders я уже в нужде. Ich bin bereits именно in поэтому Not. Он пришел в мою жизнь. Genau deswegen kam er in mein Leben, чтобы вывести меня из нужды. Um mich aus der Not herauszuführen. Иисус Христос пришел на эту землю. Jesus Christus kam auf и отдал diese свою Erde, жизнь для чего? Hat sein Leben gegeben, wofür? Чтобы соединить из двух одно целое. Um aus zwei eine Einheit zu bilden. Из чего? Помните, там Woraus? Написано в Библии. Чтобы из двух соединить одно. Um aus zwei eins zu machen. Что? Was? Чтобы язычников объединить с евреями. Um die Heiden mit den Juden zu vereinigen, ja? Как ты можешь язычников объединить с евреями? Wie kannst du denn die Heiden mit den Hebräern vereinigen? Потому что евреи это дети Авраама. Also Juden sind Kinder Abrahams. И по обетованию наследники. Und gemäß der Verheißung наследники erben. Чего? Erben von was? Наследники земли. Der Erde. В Галатах написано, что Иисус Христос есть семя Авраамова. Galatas steht geschrieben, Jesus Christus ist der Same. И он по обетованию наследник. Und er ist gemäß der Verheißung. Поэтому если евреи не примут Иисуса Христа, also wenn die Hebräer Juden ja nicht Jesus Christus annehmen, то ни о каком наследии речи быть не может. Kann man nicht über Erbe sprechen. А если язычник примет Иисуса Христа, aber wenn Heide annimmt Jesus Christus, то он не может уже быть просто евреем, dann kann er schon nicht einfach nur, потому что он не рожден от Авраама. Sein, weil der ist nicht geboren von Но он стал наследником also er через Иисуса Христа. Zum Erben durch Jesus Christus. То есть он никак не может соединиться, даже хоть он обрежется. Das kann man, der kann sich damit nicht mehr verbinden, auch wenn er sich beschneidet. Когда Библия говорит, что он пришел для того, чтобы из двух соединить одно, also wenn die Bibel sagt, er kam, um aus zweien zu eine Einheit zu bringen, как посредник. Er ist als Vermittler. Давайте, ладно, еще раз. По поводу посредника. Кто такой посредник вообще? Wer ist der Vermittler, ja? Посредник это человек, это личность. Ist eine Persönlichkeit. Который берет одно что-то. Nimmt etwas. И соединяет с другим. Und verbindet, ja, mit etwas. Он может получить от этого свою выгоду. Er kann, ja, davon so, dass es sich für ihn lohnt. А может это сделать просто вот Aber так. Правда же? Без so каких-то machen, своих долей. Ohne irgendwelche. Обычно это очень Vorteile, ja? Распространено в торговле, посредник. Zwischenhändler quasi. Или в каких-то знакомствах. Gibt es, kennt ihr auch in, was Geschäfte angeht oder Bekanntschaften. Есть люди, всякие сайты, посредники, которые занимаются сайтами знакомств. Es Они знакомят Leute, мужчину с женщиной. Die machen so Kennenlernplattformen und da können sich verschiedene Männer, Frauen kennenlernen. Так вот, Иисус посредник между Богом и человеками. Also Jesus Christus ist der Vermittler zwischen
Если правильно понимать слово «посредник», wenn man das richtig versteht, das Wort он пришел для того, чтобы соединить духовный мир с материальным, который когда-то был рассоединен. Die geistliche Welt mit der materiellen, die irgendwann mal auseinandergerissen wurden. И Библия, что единственный посредник между Богом и человеками, also der einzige Vermittler zwischen Gott und это человек Иисус Христос. Ist der Mensch namens Jesus Christus. То есть, другими словами, Он, как Слово Божье, er, als das Wort Gottes, является посредником между духовным и материальным миром. Ist der Vermittler zwischen der geistlichen und materiellen Welt. Посредник – это не тот, который рассоединяет. Vermittler ist nicht der Trend, посредник – это который соединяет. Der verbindet. То есть, Слово Божье соединяет меня. Das heißt, das Wort Gottes verbindet mich с духовным миром. Mit der geistlichen Welt. Или меня духовного соединяет с этим материальным миром. Oder mich, den geistlichen, verbindet mit dem materiellen. Для чего мне дается в духе сила, мудрость, крепость, Wofür все? Kriege ich im Geist die Weisheit, для того, чтобы моя жизнь была наполнена чем? Damit mein Leben erfüllt всем потребным для жизни и благочестия. Mit allem, was ich brauche von den frommen Lebensweisen. Потому что если Бог меня не научит иметь все это Его путем, wenn mir Gott nicht beibringt, das alles zu haben, auf то есть кто-то другой, кто научит меня все это иметь своими путями. Wege, dann gibt es jemand anderen, der mich lehrt, wie ich das habe, durch seine Wege. Потому что материальный человек, der materielle он создан для материального мира. Ist er geschaffen für die materielle в любом случае, всем материальным людям нужна еда, одежда, деньги, Menschen, Geld, Essen, отдых, взаимоотношения. Beziehungen. Материальный мир из этого состоит. Also, daraus besteht die и ты можешь все это иметь либо одним путем, alles haben durch den einen Weg, либо другим путем. Oder anderen. Понимаете, да, о чем речь? Versteht ihr? Ты можешь использовать либо одни инструменты du kannst die Instrumente для получения этого. Um das zu bekommen. Их тоже здесь задают. Ложь, всякое лицемерие. Da ist doch auch alles Heuchlerei, безнравственность, гордость. Stolz. Люди очень много пользуются этими инструментами для того, чтобы иметь какое-то уважение среди людей даже. Menschen, sogar, um beachtet zu werden von они не думают, что это уважение, они думают, что страх – это уважение. Die denken, wenn man Angst hat, das ist Respekt. Да. Поэтому Он пришел нас и отрезал от этого образа жизни, как? Став посредником. Indem er Vermittler wurde. Говорит, ты хочешь это иметь в своей жизни? Willst du das haben in deinem Leben? Ты хочешь ни в чем не нуждаться? Willst du keinerlei Not haben? Тогда сделай моего отца своим пастырем. Dann mach моего отца своим пастырем. Mein Vater zu deinem Pastor. Мой отец, Иисус говорит, mein он Vater мой пастырь. Jesus ist mein Pastor. Пастор – это пастух, который пасет. Pastor ist jemand, Hirte, der, ja, aufpasst, ne? Пастух – это не тот, weidet, не та личность, которая удерживает еду от овец. Das ist nicht die Persönlichkeit, die das Essen fernhält von den Schäfchen. Это глупый пастырь, который не водит своих овец на пастбище. Ja, törichter Pastor, der seine Schafe nicht auf die Weide führt. Потому что овцы, у них есть как бы результативность в жизни. Die Schafe, die sind они должны давать кто молоко, jemand muss Milch geben, кто мясо, jemand Fleisch, кто шерсть, правда же? Jemand das Fell. То есть я сейчас просто как бы говорю не с материальной точки зрения, я говорю, что у всего есть свое предназначение. Also, alles hat seine, ja, Bestimmung, Bedeutung, ja? Да, то есть, другими словами, если also, Бог не будет вас кормить, wenn Gott euch nicht nährt, то что Он может тогда от нас ожидать? Was kann er dann von uns кроме анализов. Erwarten? Кроме анализов? Да, и то, которые будут плохие. Außer schlechte Resultate, die schlecht sein werden. Понимаете, да, что? То есть Он пытается нас накормить also своим словом. Для чего? Wofür? Чтобы это слово сформировало внутри нас вот этот вот образ победителя. Formt, Bild, образ вот этого нового существа, Wesens, которое способно вопреки всему в этом мире, плотскому я имею в виду, in der Welt, der взять Menschen, то, что ему принадлежит по праву, как сыну Бога живого. Nehmen, was ihm rechtmäßig entspricht. Als Sohn Gottes, ja? Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wasser. Он заводит меня на злачные пажити, чтобы я успокоился. Er führt mich auf die Auen, damit ich mich beruhige. Потому что если я живу не на злачных пажитях, у меня будет паника. Стресс постоянно. Все время что-то не хватает. Все время где-то рвется. Там, где тонко, там рвется. Знаете, даже поговорки такие уже есть. Его ответственность завести меня на злачные пажити, чтобы я успокоился. Gewässer, führen, чтобы напоить меня тихими водами.
Um mich ja mit stillen Wassern zu. Stilles Wasser. Stilles Wasser, genau zu geben. Вы попробуйте в волнистой реке напиться. Versucht mal, wenn der Fluss. В бурной реке. Unruhig ist zu trinken. Понимаете, да, о чем я? Подкрепляет душу мою. Erquickt meine Seele. Направляет меня на стези правды ради имени своего. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namen willen. Он говорит, я хочу это сделать даже не ради тебя. Ich will es tun, nicht einfach я пообещал тебе это сделать. Ich habe es versprochen, я не могу этого не сделать, ты понимаешь, да, о чем я? Потому что если я это сделаю, wenn ich das tue, то люди в твоей жизни увидят меня, dann sehen die как я забочусь о тебе. Mich in deinem Leben, wie ich mich um dich sorge. Позволь мне это делать, сделать даже ради самого себя. Erlaube mir das zu tun, einfach wegen. Поэтому если я ему не позволяю это делать, wenn ich ihm nicht erlaube, das zu tun, я таким образом выказываю ему полное непочтение. Somit ist das quasi komplett respektlos, ja? Говорит, это я хочу тебя привести на злачные пажити. Ich will dich auf grünen Auen. Это я хочу, чтобы ты успокоился. Ich will, dass du dich beruhigst. Это я хочу, чтобы напоить тебя водами тихими. Ich will dich mit stillen Wassern. Чтобы ты не захлебывался там возле колонки не стоял. Dass du da nicht dich verschluckst und so, ja? Чтобы она тихонько внутри тебя заходила и насыщала тебя. In dich hineinkommt und dich nährt. Даже если я пойду долиной смертной тени, я не убоюсь зла. Und четвертый. Wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten. Почему? Warum? Даже если я буду жить посреди этого шаткого и военного мира. So fürchte ich kein Unglück. Sogar wenn ich lebe in dieser я не должен бояться зла. Почему? Sollte ich vor dem Bösen keine Angst потому haben. Потому что ты со мной. Weil du bist mit а для чего он со мной? Wofür? Чтобы я жил на злачных пажитях. Dass ich auf grünen Auen lebe. Чтобы поить меня водами тихими. Um mich zu sättigen mit den stillen чтобы Gewässern. Успокаивать душу мою. Um meine Seele zu beruhigen. Ради имени своего. Für seinen Namen. Понимаете, да? Yeah. Если я ему не позволю этого делать, wenn ich ihm nicht erlaube, das zu tun, то когда кем он для меня является? Пастырем? Ist er dann für mich? Pastor? Он может быть пастор для кого угодно, но не для меня er в таком kann случае. Pastor sein für wen auch immer, aber dann nicht für mich. Потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Genauso. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten. Что такое жезл и посох? Was ist denn Stecken und Stab? Посох у пастуха всегда был что это? Это было орудие, на которое он опирался. Der hat sich drauf, ja, gestützt. И потом они еще сделали это орудием, как бы отгонять волков, там, скажем, орудием сражаться. Und, Wölfe und so zu verjagen. На что мы должны с вами опираться? Also, auf was müssen wir чтобы жить на злачных пажитях и ходить водам тихим? На слово! Auf das Wort. Твой жезл и твой dein посох успокаивают меня. Stecken, то есть, если я буду опираться на Слово Божие в любых обстоятельствах, Gottes, это будет меня успокаивать. Das wird mich beruhigen. Кто такой жезл? Жезл это позиция власти. Das ist die Position der Macht. У пастуха жезла не было. Die Hirten hatten nicht, жезл был у царя. Stecken, ne? Genau. Это такая палка das ist ein с гербом или с крыльями какими-то, как бы, в зависимости от государства. Ganz mit irgendwas drauf, so, das hat so ein gewisses Zeichen drauf, ja? Которое он показывал. Abhängig von dem Herrscher. И этот вопрос должен быть und решен. Er zeigt auf etwas damit этого und помиловать. Хоть он съел всех, весь город съел. Если царь его помиловал, вы должны помиловать. Этот бабочку случайно задавил. Если царь на него показал казнь, понимаете, да? Мы должны владеть посохом и должны владеть жезлом. Для чего? Чтобы в одном случае опираться, um sich zu stützen. И в этом случае господствовать. Und in dem Falle zu herrschen. Для чего? Wofür? Чтобы оставаться на этих злачных пажитях. Um auf diesen grünen Auen zu потому что есть кто-то, кто хочет выбить тебя из этих злачных пажитей. Weil jemand ist da, der dich da rauswerfen will. Кто-то очень не хочет, чтобы ты жил посреди земли обетованной. Jemand möchte nicht, dass du inmitten im verheißenen Land lebst. И вот у людей представление о земле обетованной, что однажды в жизни все будет und хорошо. Die Leute haben so eine Vorstellung, ja, irgendwann mal im Leben wird alles дождусь gut. Ли я этого дня? Kommt denn dieser Tag? Я прям молитвы вот такие красивые просто, Господь. So schöne Gebete, Herr. Я так жду, так ich просто. Warte so, ich warte. Я так нуждаюсь в тебе. Ich brauche dich so sehr. Господь сидит и говорит, послушай, я внутри тебя нахожусь. Und der Herr sitzt und sagt, ich bin doch in dir.
В чем ты нуждаешься? Was für eine Not hast du? Я восполняю всякую твою нужду по своему богатству в славе через свое помазанное слово. Entsprechend meinem Wort, ja. Возьми мое слово, обопрись на него, оно тебя угомонит. Und, nimm es, und es wird dich beruhigen. Потому что у верности die есть какой? Treue, верность, Treue hat... Как он называется? Über, да? Противоположность. Das Gegenteil. У веры. Der Glaube hat Unglauben. Давайте посмотрим. Утерпение. Geduld. Ungeduld. Паника, да. Паника, раздражение. Zorn, Wut. Раздражение. Это уже результаты нетерпения. Das sind schon Resultate von Ungeduld. Радость. Freude, грусть. Trauer. Печаль, да. Печаль. Грусть. Betrübt sein, Trauer, ja? Уныние. Без депрессион. Уныние. У рассудительности глупость, да? So bedacht sein, Torheit. Все эти инструменты предназначены для жизни. All die Instrumente sind bestimmt für das Leben. Не для жизни, которая когда-то настанет. Nicht das Leben, das irgendwann mal kommt. Эти все инструменты внутри тебя в виде семени. All die Instrumente sind in dir als Samen. Если ты их не начнешь задействовать, wenn du nicht anfängst, das zu aktivieren, они внутри тебя будут лежать, как курица в холодильнике. Die werden da liegen wie das Hähnchen im Kühlschrank. Они внутри предназначены для жизни. Die sind ja bestimmt für das для какой Leben? Жизни? Welches? Для божественной жизни. Für das Göttliche. Для той жизни, чтобы тебя Бог привел к жизни вообще. Überhaupt, dass du zum Leben Он воскресил kommst. Тебя этими вещами внутри. Mit diesen Sachen aufweckt. Но я их не ощущаю. Тебе не надо их ощущать. Тебе надо nicht. Поверить, что они есть. Du musst nicht spüren, du musst einfach glauben, dass es bereits in dir ist. Потому что этот мир живет за счет веры. Weil diese Welt lebt духовной. Aufgrund des Glaubens. А этот мир живет за счет ощущений. Diese, понимаете, в чем разница? Aufgrund der Empfindungen, я не чувствую ja. Себя рожденным свыше. Ich fühle mich nicht vom я уверен Gott. В том, что я рожден свыше. Bin sicher, dass ich почему vom он так сказал? Warum er hat das gesagt? И что ты правда этому веришь? Конечно. Du glaubst ihm, я ja, уже проверяю это на протяжении 25 лет. Ich überprüfe das schon 20 скажите честно, Jahre. Работает. Sage dir ehrlich, funktioniert. Работает. Другие люди приходят и говорят, работает. Funktioniert. Andere kommen und sagen auch funktioniert. Он говорит, я сдержу свое слово по-любому, я не могу его не сдержать. Ich werde mein Wort halten auf jeden Fall. Ich kann es nicht. Все, что мне нужно, твое доверие. Alles, was ich brauche, ist dein Vertrauen. Твой жезл, твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Что он сделал? Он накрыл стол. Трапеза – это стол праздничный. Tisch, festlichen Tisch gedeckt, на виду у моих врагов. Vor dem Angesicht der он говорит, что я дал тебе свое слово посреди sagt, всего этого материального gegeben, мира. Inmitten dieser materiellen Welt. Вы знаете, что мы живем, по сути, во враждебном мире. Wisst ihr, wir leben in einer feindlichen не люди наши враги. Nicht die Menschen sind unsere даже не feinde, злые люди наши враги. Sogar nicht die bösen наш враг сатана, feinde, один, feinde Satan, который людей накручивает, бывает, die, против нас, die Menschen gegen против uns других aufbaut, людей, gegen andere который Menschen, накручивает наших детей против нас, auch die Kinder нас gegen против uns, наших детей, uns gegen unsere Kinder, людей в церкви друг против друга, in der Gemeinde, die Menschen gegeneinander, потому что одни одному классу принадлежат, другие другому классу die принадлежат, der Klasse an, die gehören der одни Klasse с одними, an, другие с другими. Die mit denen, die уберите mit все. Nehmt das alles weg. Послушайте, внутри вас есть сила воскресения, in euch ist die Kraft, которую Бог отдал вам в предпочтение, das hat Gott euch gegeben, чтобы вы этим пользовались и раздаривали это изнутри себя, damit ihr das benutzt und verschenkt aus euch heraus, для того, чтобы улучшать жизнь других людей. Um das Leben der Menschen zu verbessern. Потому что когда вы любовью начинаете вытеснять зло из других, wenn ihr, mit der Liebe, они становятся хорошими. Aus den Menschen quasi нет плохих людей. Gut. Есть es люди, оскверненные грехом. Schlechten Menschen. Es gibt nur Menschen, если их отрезать от греха, durch die Sünde, wenn man die Sünde wegnimmt, а как их отрезать от греха? Und wie schneidet man вот пускай кто-то их режет. Кто?
Пускай кто-то их отрезает. Soll das jemand doch machen. Нет, у тебя ножницы. Du hast eine Schere. Христос в тебе. Мы же поем, уже не я живу, живет во мне Христос. Sing doch, nicht ich, lebe Christus. Давай, дерзай. Ja, los. Понимаете, да? Христос – это помазанник. Christus ist der Gesalbte. Это значит, живет внутри тебя личность, наделенная силой и властью, жить таким образом. Das bedeutet, in dir lebt eine Persönlichkeit mit der Kraft und Macht, so zu leben. И если мы, не зная своей духовной анатомии, wenn man die geistliche Anatomie nicht kennt, кто мы во Христе Иисусе? Wer wir sind in Jesus Christus. Это я есть верность. Ich bin die Treue. Я есть кротость. Ich bin, во Христе, не в Адаме. In Christus, nicht в Адаме я как раз нервы. In Adam bin ich, в Адаме я как раз еще то существо. Der я как раз неверное, нерассудительное, паникер. Эти инструменты я знаю, они для меня очень знакомы, поверьте мне. Очень знакомы. Я ими жил при помощи 28 лет. Ну, учитывая с рождения, там, плюс-минус. До 6 я нормально провел, а 22 года я жил осознанно абсолютно по плоти. Потом, будучи рожденным свыше, еще какое-то время, около лет 10, наверное, я жил также по плоти, еще, уже в смешку. Als vom Neuen geborener lebte ich bestimmt 10 Jahre lang auch noch so dieses Gemischte. Это примерно вот так вот называлось. Gemischte Fleisch und so ungefähr. То туда, то сюда, то туда, то сюда. То я Богу верю, то я сомневаюсь в нем. То он есть, то и нету его. То он где-то делся куда-то. То я исцелен, то я Богу никого делать для меня нету. Очень много вещей. Но если ты будешь постоянно пребывать в Слове. Потому что цель духовного мира, цель Духа Святого, мы сейчас об этом говорим. Дух Святой с этим существом даже разговаривать не будет. Der Heilige Geist wird mit diesem Wesen nicht mal reden. Потому что у этого существа нет инструментов, чтобы понять Дух Святой. Weil dieses Wesen hat keine Instrumente, um den Heiligen Geist zu verstehen. Понимаете, да? Он не пытается воззвать к твоей совести. Er versucht nicht zu deinem Gewissen zu sprechen. Она осквернена грехом. Die ist verunreinigt durch die Sünde. Но как только он в одном только случае, прошу прощения, скажу, в одном только случае будет с этим существом разговаривать. Это единственный случай. In einem Falle wird er mit diesem это о рождении свыше. Es geht dabei um die Geburt vom Neuen. Как только человек рождается свыше, он становится сразу этим существом. Sobald der Mensch vom Neuen geboren ist, wird er sofort zu поэтому Дух Святой будет разговаривать с этим существом, с твоими внутренностями. Der Heilige Geist mit diesem reden, mit он mit будет внутри разговаривать с твоей верностью, с твоей кротостью. Mit Treue und so weiter reden. И он не разговаривает. Но когда же ты станешь уже верным? Сколько же можно уже? Когда же ты уже кротость включишь? У него нет претензий. Он не ищет своего. Он будет тебе всегда говорить, ты верен. Ты силен. Ты крепок. Ты настолько щедр, ты себе представить не можешь. Но вот этот человек, живущий в тебе, он будет удерживать этого человека. До каких пор? Пока этот не возьмет господство над ним. И в этом есть питание. Das ist die Nahrung. Когда ты начинаешь питать своего духовного du человека, Menschen, когда ты начинаешь видеть себя во Христе Иисусе, und du siehst dich in Jesus Christus, тогда ты начинаешь изучать. Dann fängst du da an zu erlernen. Изучая это, начинаешь что делать? Wenn du es erlernst, fängst du an, размышлять и действовать. Nachzusinnen und tätig это sein. Некий процесс. Das ist so ein Prozess. Люди думают, что если они пришли в церковь, die Leute denken, wenn sie in die Gemeinde gekommen все, джекпот, жизнь okay, удалась. Fertig, das Leben, у тебя жизнь только началась. Ist erledigt, so quasi alles ты должен себя засеять Словом Божьим настолько, du musst so viel Wort Gottes in dich aussehen, чтобы Слово Божье через тебя начало проявляться. Dass das Wort Gottes durch dich durchkommt. И у Бога к тебе нет никаких претензий. Und Gott hat zu dir keinerlei Vorwürfe. У людей, возможно, будут к тебе претензии. Die Menschen werden vielleicht so Vorwürfe особенно, haben, которые над тобой трудятся. Besonders die über dir arbeiten, oder потому люди... Библия говорит в Евреях там, в 13 главе, что вы не огорчаете наставников ваших. Hebräer 13 steht ja geschrieben, enttäuscht nicht quasi oder macht nicht betrübt eure потому что они неустанно пекутся о душах ваших. Weil sie, wie pausenlos sich Mühe geben, ja, um euch, sorgen sich um euch. Как обязаны дать отчет. Und weil die danach Rechenschaft ablegen. Кому отчет они должны dать? Они должны прийти к Богу и сказать, что нет, я их буду учить не буду, негодяи какие-то. Нет, не об этом. Die kommen zu Gott und sagen, nee, die werde ich nicht lehren, die sind so schlecht. Отчет о том, что отец, эти люди, они послушны вот в этом, смотри, как они хорошо обучаются. Guck mal, wie gut die belehrbar sind, die sind gehorsam mit diesem, mit diesem, mit diesem. Вот об этом отчет.
Что слово твое работает, я и есть отчет. Сегодня свидетельство, то, что Саша свидетельствовал, это и есть отчет о проделанной работе. Понимаете, да, что? У Бога нету дневника, и он там не сидит, не отмечает. Он просто проявился в своей силе, и для него это вот так вот. И пускай теперь кто-то ему расскажет, что Бог не целитель. Даже если что-то опять заболит. Он уже пережил это на опыте, и он опять возьмет власть, и опять сделает все то же самое. И сколько бы дьявол ни торбил, он будет теперь все время стоять на своем. Если ты хоть раз пережил победу в своей жизни, wenn du einmal den Sieg gekostet hast, ты будешь лузером, если ты ее отпустишь. Du wirst ein Loser sein, wenn du das wieder loslässt. Ты должен постоянно ее держать в руках. Du musst das immer in den Händen halten. Ты приготовил предо мною трапезу на виду у моих врагов, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde, du hast mir mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Во всем псалме. In dem ganzen нету ни слова о никаком недостатке. Kein Wort über Mangel. Даже в плохие времена. Sogar in der schlechten Zeit. Даже когда я пойду долиной смертной тени. Also sogar wenn ich durchs Tal des Todesschattens gehe. So ты приготовил предо мной стол. Du hast von mir vorbereitet на виду у моих врагов. Angesichts meiner Feinde. А кто мой враг? Сатана. Wer ist mein Feind? Satan. Зло и плоть. Böse und Fleisch. То есть я имею возможность и право питаться правильными вещами, не просто помидорами, а духовными вещами. И никакое зло не может меня остановить от этого. Und nichts Böses kann mich stoppen. Больше того, скажу, он говорит, елеем помастил голову мою. Noch mehr dein Haupt mit Öl gesalbt. Что такое елей в Ветхом Завете? Das Öl im это было оливковое масло, Olivenöl, настоянное на определенных всяких травах. Mit gewissen Kräutern und so. И когда им поливали человека, man, втирали в него. Wenn man in den Menschen das hinein, это был прообраз Духа Святого. Das war ein Bildnis für den Heiligen Geist. То есть, другими словами, они таким образом, как бы втирая это масло, исцеляли человека. Они верили в такие вещи. Они не просто его помазывали крестиком на лбу во имя Иисуса Христа. Они буквально купали его в этом масле. Некоторые прямо в одежде, вместе с одеждой залазили. И они шли, они не мылись после этого, не смывали этого. Они давали возможность этому маслу впитываться в их кожу. И вот этот аромат, который масло отдавало, он им говорил о том, что тело, возможно, болело, но аромат уже говорил о том, что исцеление начало действовать. Евреи так исцелялись. То у нас елей Духа Святого. Wir haben das Öl des Heiligen Geistes. То есть мы наделены властью свыше. Wir haben die Macht von oben, над всякой силой вражьей. Über jeglicher Gewalt des Bösen. Кто может нас удержать от вообще благословения? Wer вообще kann uns fernhalten vom Segen? Единственный человек. Der einzige Mensch. Вот там есть в коридоре зеркало. Da ist ein Spiegel. Кто хочет познакомиться с чем человеком, тот выйдет там посмотрит. Wer sich kennenlernen möchte mit dem Menschen, kann reinschauen und kennenlernen. Единственный nur человек, который может нас удержать. Wir если мы будем кормить вот это. Но если мы будем кормить внутреннего человека, духовного, он приведет нас на злачные пажити. Он связан со злачными пажитями настолько единым целым. Для него злачные пажити – это послевкусие. Вот продукт. Понимаете, да? У продукта есть послевкусие. Если мы обучаемся жить в терпении, в кротости, в воздержании, в радости, в рассудительности, что есть вера? Библия говорит, вера же есть победа, победившая все в этом мире. Победа над чем? Над сатаной. Да я тебя умоляю. Сколько же ты его раз уже побеждаешь? Его Иисус победил. Труп пинать очень легко, вы знаете, да? Сатана для нас он труп. В нашем понимании должен быть. Он уже побежденный враг. Что ты пинаешь его там? Но этот труп успел насеять. Знаете, как гулящие мужчины. Насеет где-то по всему миру. А потом, когда им 60, дети начинают звонить, папа, мне нужны деньги. Und dann, wenn die 60 sind, rufen и начинается. Die aus der Welt an, Vater, ich brauche Geld. Понимаешь, да, о чем речь? Ты думаешь, нафига я столько гулял ходил? Denkst, oh man, warum hab ich so потому что они тебя разоряют начинают. Weil ich уже папы нету, а семья все еще осталось. Понимаешь, да, о чем речь? Yeah.
Поэтому он успел насеять семя внутри нашей души, нашего тела. Поэтому вот где враг настоящий. Da ist der echte Feind. И с этим врагом мы должны сражаться. Иисус und с ним не будет сражаться. Feind müssen wir kämpfen. Он говорит в Писании, свергни с себя запинающий тебя грех. Also, wir von у тебя есть власть. Die Sünde heißt es, die dich, ja, fertig ну, macht. Я не знаю, где du эта власть. Macht. Ich weiß nicht, wo die macht. У меня вопрос, как живет духовный человек? Wie lebt der geistliche Mensch? Имея тот же дух веры, я веровал и потому говорил. Und deswegen sagte. Духовный человек живет словами. Der geistliche Mensch lebt durch Wort. Плотский человек живет ощущениями. Der fleischliche чувствуете, в чем разница? Empfindungen. Spürt я не чувствую себя исцеленным. Ich spüre mich nicht geheilt. Что ты сделал? Was hast du gemacht? Только что подписал себе рецепт на будущие дни, будучи больным. Für deine Zukunft. Я согласен с болезнями, которые у меня есть, пускай они остаются. Krankheiten, die ich habe, die sollen bleiben. Человек, который живет не ощущениями, у которого даже тело, если когда болит, also он живет верой. Der durch den Glauben lebt, что он делает? Hat, говорит, отец, спасибо тебе за исцеление, которое действует в моем теле. Die Heilung, die wirkt in потому что ранами Иисуса Христа я исцелился. Und Christi bin ich geheilt. Я не обращаю внимания на физические вещи. Achte nicht die physischen Dinge. Потому что все начинается со слова. Alles fängt an mit dem Wort. Это ты сказал, что я исцелен, это не я себе придумал. Du hast gesagt, ich bin geheilt, nicht ich hab's. Ты-то умнее, gedacht. Чем я. Du bist doch klüger. Ты-то говоришь мне, что я должен в себе видеть. Du sagst mir, was ich in mir sehe. И я начинаю оказывать верность этому слову. Und ich erweise die терпение этому слову. Treue я начинаю радоваться geduld. По этому поводу. Я начинаю Treue быть рассудительным mich. В этом слове. Я рассуждаю не когда оно будет, ich и почему ли его нет, wird, а у них das, было, а у нас не было, а почему ты уже уехал, ты уже под хвостом, du понимаешь, да, ты уже играешься. Also auf deinem Schwarz steht ты должен быть рассудительным, отец, у тебя есть миллион путей, чтобы sein. Это исполнить Vater, в моей жизни. Du hast Millionen я рассуждаю над тем, что он Wege сказал. Wählen, damit sich das erfüllt bei, für и когда я начинаю рассуждать над тем, что он сказал, darüber, was gesagt hat, где я исцелен? Wo bin ich geheilt? Я исцелен, но где я исцелен? Bin geheilt. Wo bin тело geheilt? Болит. Der Körper где же я исцелен? Wo bin ich denn geheilt? В его слове, хорошо. Wort, okay. Это его слово говорит, что я исцелен. Sein Wort sagt, ich bin geheilt. Но я же только тело. Aber ich bin doch nicht это nur он внутри меня вложил, значит, семя исцеления. Also hat er mm-hmm. den Samen der Heilung куда внутри меня? Wohin? В мою душу? Моя душа сейчас прямо вот сейчас стоит и сомневается. Meine Seele steht und zweifelt. Ну, значит, в моем духе есть also исцеление. In meinem Geist. Значит, что мне нужно сделать? Was muss ich dann tun? Надо высвободить это исцеление наружу. Ага. Muss diese Heilung freisetzen. Что-то жмется мне. Не верю, что это будет. Опять читай слово. Потому что вера приходит от слышания слова. Der Glaube kommt от слышания и слышания. От рассуждения и размышления. Von Nachsinnen und so weiter. Питай свою веру. Nähre dein Glauben. И однажды ты высвободишь свою веру. Und einmal wirst du dein Glauben и она freisetzen. Сделает что? Победу. Понимаете, да, чем ближе? Вот как живет духовное существо. So lebt ein geistliches Wesen. У него другая анатомия совсем. Eine ganz andere Anatomie. Поэтому другая анатомия ведет его совсем в другие вещи. Andere Anatomie führt ihn in, ja, zu anderen Dingen. Почему мы все эти вещи изучаем? Warum erlernen wir die ganzen потому что в сегодняшнем непростом времени, weil поверьте heute мне, in der nicht einfachen мы живем в очень непростое время. Wir очень. Leben in einer sehr, sehr nicht einfachen Zeit. Все обстоятельства, alle Umstände, мы не ведомы обстоятельствами, сразу вам скажу, geführt und geleitet durch но все обстоятельства, aber alle Umstände говорит о том, что это реальность. Sagen, dass das Realität ist. Сегодняшние обстоятельства описаны вот здесь вот. До единого, все. Heute Umstände sind alle hier beschrieben. Когда ты читаешь Слово Божие, wenn du das Wort Gottes liest, и смотришь в этот мир, und schaust in die ты начинаешь Welt, понимать, что ты начинаешь, живешь уже в принципе в последнее время. Du verstehst предзнаменование schon, последнее время. Ja, das sind die Vorboten, это еще не der конец, Endzeit, sozusagen. Но это предзнаменование. Das ist noch nicht das Ende, aber das sind die Vorboten, ja? И поверьте мне, und glaub mir, водительство Духом Святым die Führung des Heiligen Geistes, как никогда понадобится нам в это время. Wie nie werden wir brauchen in dieser Zeit. Нет ничего, чтобы спасло nichts, нашу жизнь, кроме водительства Духом was Святым. Unser Leben rettet, außer die Führung des Heiligen Geistes. Потому что Дух Святой знает, где тебе надо находиться, сколько Geist тебе надо weiß, находиться и с кем тебе надо находиться. Und so и тебе нужно водительство Духом Святым. Und du brauchst
Библия говорит, что все сыны Божьи, sagt, дети Божьи, они все ведомы Духом Святым. Это не по умолчанию. Если я родился свыше, все, я должен быть ведомый Духом Святым. Все, что я не делаю, это Дух Святой. Люди так думают иногда. Я встречал так. Дух Святой мне сегодня говорит, в церковь идти не надо. Der Heilige Geist sagt, heute geh nicht. Говорю, почему? Ich sag, warum? Ну, он хочет со мной дома поговорить. Er will mit mir zu Hause sprechen. Я говорю, ну, в принципе, говорю, оно бы ему не помешало с тобой до церкви дома поговорить, потом по дороге в церковь с тобой поговорить, в церкви с тобой поговорить, после церкви с тобой поговорить. Даже когда ты будешь спать, он может с тобой разговаривать. Потому что Библия говорит, что даже когда ты спишь, твой дух начинает назидаться, может получать назидание. Говорю, ему твое тело, где оно находится, без разницы, хоть на унитазе, хоть в кресле в церкви, понимаешь, да? Ему все равно где с тобой разговаривать. Но просто тебе вам ехать куда-то, это да, погода, поспать, знаешь, утро, рано, там все, но я понимаю. Но тогда не надо вот это все спихивать на Духа Святого. И люди играются в эти игры. Но они даже не понимают, насколько это опасно. Потому что у них стирается понимание и представление, как Дух Святой вообще движется. И потом они начинают на черное-белое говорить, на белое-черное. Путать цвета. А вы знаете, да, что если цвета попутать, на светофоре можно уехать и куда-то не туда. На перекрестке заехать куда-то можно. Поэтому не позволяйте этому миру увлекать вас сильно. Скоро конец. Конец время церкви, я имею в виду. И наступит время семилетних скорбей. И мы должны с вами не пропустить дудочку. Когда он задует в дудку, мы должны не пропустить. Мы должны быть ведомы Духом Святым, чтобы услышать этот внутренний голос. Понимаете, да? Горн. Хорн, да? Да. Ангел зазвучит трубу. Последняя труба будет для сбора церкви. Кто когда-то в Советском Союзе был в пионерлагерях, помните? У нас было такое свободное время. Да, мы в свободное время ходили где-то гуляли. И потом кто-то в дудку. Все раз на обед бегом. Вот здесь та же самая история. Поэтому как бы мы должны с вами не пропустить. Потому живя, практикуя вот эти вещи, вы практикуете не что иное, как водительство Святым Духом. Потому что водительство Святым Духом не вот здесь. Водительство Святым Духом вот здесь. Это не значит, что водительство Духом Святым — это не грешить. Das bedeutet nicht Führung des Heiligen Geistes, heißt nicht zu sündigen. Водительство Духом Святым — это побеждать грех своими верованиями. Das heißt, понимаете? Die Sünde zu besiegen durch seinen Glauben. Это преодолевать страхи. Das heißt, die Ängste zu überwinden. Это принимать исцеление вопреки вашим ощущениям. Heilung anzunehmen, entgegengesetzt dem Empfinden. Это оказывать милосердие, кого хочется, по загривку надавать. Понимаете, да, чем? Barmherzigkeit zu erweisen, obwohl man, ne? Was machen wir? Это быть щедрым там, где тебе самому надо. Großzügig sein, wo du selber not hast. Вот это есть водительство Духом Святым. Das ist die Führung des Heiligen Geistes. И когда ты начинаешь практиковать водительство Святым Духом, und wenn du praktizierst die Führung des Heiligen Geistes, внутри тебя этот духовный человек внутренний начинает нарастать, нарастать и нарастать. Der geistliche Mensch in dir nimmt immer weiter zu. И ты становишься взрослее. Und du wirst reifer, ja? Потом Библия не зря говорит, дети, юноши, отцы. Deswegen, die Bibel sagt nicht umsonst, Kinder, ты перестаешь быть ребенком, ты переходишь Männer, в категорию юноши. Ты переходишь, ты перестаешь быть ребенком, du bist nicht mehr kind, dann bist и переходишь, Mann, переходишь как бы в следующий как бы nächste, процесс юноши. Quasi Etappe, wie junger Mann, а в Откровении написано, процесс. Что такие юноши. Und in der Offenbarung steht geschrieben, wer sind die jungen Männer. Это те, которые победили дьявола чем? Das sind die, Satan besiegt haben. Словом свидетельства своего и кровью Агнца. Das Wort ihres Zeugnisses und Blut. Правильнее сказать, кровью Агнца и словом свидетельства своего. Blut des Lammes ist richtiger zu sagen und mit dem Wort. Они победили словами Божьими. Sie haben mit Gottes Worten. Проявление плоти раз. Ja, die Wirkung des Fleisches. Ущербность в теле два. Verletzlichkeit im Körper. И взяли под контроль этот материальный мир три. Und haben die чем? Unter Kontrolle die благодаря крови Агнца.
durch das Blut des Lammes, и словами своего свидетельства, что я верю в кровь Агнца. Und die Worte des eigenen Zeugnisses, dass ich an Он предопределил для меня жизнь с избытком. Er hat für mich ein Leben im Überfluss. Он предопределил для меня долгую жизнь. Ein langes Leben. Он предопределил для меня жизнь не в беспокойстве, а в полном покое и мире. Nicht in Unruhe, sondern im vollkommenen Frieden. Который превыше всякого ума. Den Verstand überschreitet. Это его мир, он не приходит с неба. Das ist sein Friede. Der kommt его мир внутри меня. Der Friede ist immer da, in Я должен успокаиваться изнутри. Ich muss von innen heraus как? Sich beruhigen. Wie? Словами. Durch die Worte. Понимаете? Все начинается со слов. Alles fängt mit Ощущение – это вторичный мир. Dieses Empfinden, Gefühle, das ist первичный мир, он состоит из слов. Erstrangig, die Welt besteht aus Бог Worten. Сам есть Слово, Gott selbst ist воплотившееся в мир. In der Welt. Also ich, ja, и воплощение in die Welt, в этот материальный мир in die Welt kam, в виде своего Сына. Als Sohn, это было вторичным его проявлением. Das war seine, ja, die zweite Wirkung, ja? Аминь. Amen. Поэтому, Отец, спасибо тебе. Danke dir, Vater, за кровь твоего сына, für das Blut deines Sohnes, которая объединила welche vereinigt hat, твой духовный мир die, deine geistliche с этим материальным миром, mit dieser materiellen Welt, чтобы мы могли за счет Духа Святого, dass wir aufgrund des Heiligen Geistes, за счет крови Иисуса Христа, und aufgrund des Blutes Jesu Christi, за счет твоего помазанного живого слова, aufgrund deines lebendigen, gesalbten Wortes, иметь в этой жизни in dieser Leben, все потребное для жизни и благочестия. Haben, was wir brauchen für den frommen Lebenswandel. И мы благодарны тебе, что ты это делаешь. Und wir sind dir dankbar, dass и ты это сделал все und du hast das alles ради getan. Имени своего. Wegen deinem Namen. Ты взял наши грехи на себя du hast unsere Sünden auf dich и избавил нас от чувства вины. Und hast uns frei gemacht von Schuld. Поэтому, Отец, я благодарю тебя Deswegen, Vater, ich за то, что ты возродил нас dass du uns geboren своим нетленным семенем. Mit deinem unvergänglichen и вложил внутри нас семена жизни. Hast in uns gelegt die Samen des Lebens. И мы сегодня взращиваемся в них. Heute wachsen wir darin, для того, чтобы действовать в соответствии zu wirken, entsprechend с той жизнью, dem Leben, жизнью воскресения, Leben der Wiederauferstehung, которую ты предопределил для каждого из нас. Du für einen jeden von uns bestimmt hast. Потому ранами Иисуса Христа мы исцелились, Deswegen Отец. Durch die Wunden Christi sind wir geheilt, Vater. Потому благодарю тебя за полный мир и покой в наших душах, Отец. Danke dir für vollkommenen Frieden in unseren Seelen. Благодарю тебя, что семена наши умножаются. Danke dir, dass unsere Samen sich mehren. И я благодарю тебя, что ты приводишь нас к тихим, к тихим пажитям. Danke dir, к злачным пажитям. Zu grünen Auen und stillen Gewässern. Ты приводишь нас в места обеспечения. Zu den Plätzen der Versorgung. Я благодарю тебя, что этот материальный мир обслуживает нас. Danke dir, dass die materielle Welt uns bedient. Мы не рабы этого мира. Wir sind nicht Sklaven dieser Welt. Мы не должники плоти. Wir sind nicht Schulden. Благодарю тебя, что обеспечение для наших семей. Ich danke dir, dass die Versorgung. Оно приходит в наши жизни. Für unsere Familien. Оно приходит в наши руки. In unsere Hände. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi. В виде умножения. Als Mehrung. Того, что мы посеяли. Dessen, was wir ausgesät haben. Поэтому я благодарю тебя за эту возможность. Deswegen, ich danke dir für diese благодарю тебя за духовные принципы, für die geistlichen Prinzipien, которыми мы можем пользоваться в этом материальном мире. Die wir nutzen können, diese материальные и никто не может нас остановить, Отец. Und keiner kann uns stoppen, Vater. Поэтому мы благословляем Твое имя. Deswegen, wir segnen deinen Namen. И мы благодарны тебе, что мы одна часть с тобой. Wir sind dankbar, dass wir ein Teil mit dir sind. Мы люди, рожденные свыше, wir sind Menschen vom neuen geboren, которые возрождены тобой, die geboren sind von имеют твой образ и подобие. Und haben dein, Ebenbild. И все более и более. Und immer mehr und во имя Иисуса Христа. Davon. Аминь. Im Namen Jesu Christi. Аминь.